привет, всем здорово! А вот сейчас всем привет и всем здорово! Всем здорово, всем привет! Как вас дела? У меня все разное. В эфире! Все, получается, мы вернулись к вам с очень классными... А похуй, как бы хлопок здесь. Короче, всем привет! Кто ждал, кто не ждал, всем здорово! Сегодня у нас, как вы можете заметить, ЧПП-понг. ЧПП-понг. Сегодня мы будем играть в тот самый бирпонг. Я сегодня в качестве ведущего. Сегодня я буду подогревать ваши эмоции и их эмоции. И вообще буду подогревать вас всем, чем только можно. Давайте накидаем по-быстренькому лайки. Я по-быстрому вам объясню, что сегодня у нас будет, как у нас сегодня будет и вообще... У нас микрофон не работает, я понял. Все это время микрофон не работает? А теперь работает, нет, было просто очень плохо. Нет. Короче, все, сегодня у нас будет ЧПП-понг. Здорово, привет. И что хочу еще рассказать вам. Сегодня у нас, все уже, я думаю, немножко понимают, что у нас будет. Это вот эта вот хуйня, где мы кидаем в стаканчики. Как делать, Саня, вот так? Где кидаем в стаканчики шарик, плюс. У нас сегодня будет такая тема, как за 700 рублей. Если кому-то будет это интересно, кто хочет уничтожить своего любимчика, 700 рублей пишите сразу название, точнее имя человека, которого вы хотите уничтожить. И как только вы это делаете... Мы переходим сразу вот сюда, и здесь нас ждет что? Снюс, сухарики. Сухарики будут у нас такие. А что за сухарики? Давайте я напишу. Те муядерные сухари. Или термо, давайте термо. Термо-сухари. Что у нас в термо-сухарях? Мы берем пачку сухариков. Пачка сухариков, не буду называть название. Мы засыпаем туда всю пачку перца. Острова. Мешаем. И человек должен... Сколько? Всю пачку ебать? Ну, посмотрим. Что-то с водкой, это понятно. Печень у нас куриная сейчас. Будем кушать печень. Сидр 0,5. Ну или там стаканчик. Там литр. Посмотрим. Да, стол, стакан. Не, литр точно нет. Два стакана. Я думаю... Два стакана. Два стакана, окей. Два стакана. Три стопки масла. Обыкновенных. Это стандарт. Это у нас будет такое... Можно, Саня, попросить? И самый у нас шик, я считаю, это масло от Шпрот. Это прям вкуснятина, поэтому... Миша, как-то так, сегодня вот так вот у нас. Дай майку, пожалуйста, это жарко. Я все в стирку завез. Да ты заебал. Любую чистую только. На вот эту. Спасибо. Все, получается вот так вот, сегодня вот так вот у нас. И я думаю, что нужно включить музычку на фоне какую-нибудь лайтовенькую. Позорник. Я правильно думаю? Я думаю, что да. Да, нам надо какой-то... Интересно. И погнали. Сейчас парни разливают пивасик, и мы начинаем. Пока мы можете накидать свои лайки, включить, я пока что сниму историю. Или можешь просто репостнуть и добавить свайп. Да, кстати. А нахуя вы сразу во все пиво? Там же грязный шарик будет. А я помою шарик. Вот стакан. Мы вообще сделаем один стаканчик. Один стаканчик каждого с водой. Просто втыкнул. Чтобы ты тыкнул его и все, как и все еще. В Америке не было. А, точно. Так же, как и ты, блядь. Я прямиком из LA, просто приехал сюда почилиться к друзьям. Все, давайте, парни, музыку включайте. На телеке? Да. Не, на телеке. Что, как у вас вообще дела? Давай. Рассказывайте. Давай. Да, Александр у нас уже дырявый сегодня. Сегодня продырявили. Кто написал? Мальчика продырявили, теперь у него дырочка в ухе. Кто написал? Я не знаю. Не, ну ты же видишь. Да Марк написал. Да, челы, давайте уже соточку лайков и погнали. Привет, сегодня должно быть весело, сегодня должно быть интересно, просто мы немножко содержались с магазином. Ой, а где мой снюс? Виноват. А где мой снюс? Я виноват. Палм, спиздили. Бля, я бы снюс закинул, проверил, что за. Он очень жесткий. Снюс у нас сегодня 150, когда с ним надо быть поаккуратней. Бля, может на 30. Покажи, пацаны, это жестко. Понюхайте, дай понюхать. Понюхай, давайте на пробу каждый. Стартанет. 150, чуваки, это термоядерная смесь какая-то. С каким вкусом? Да тут нет вкуса, тут просто... Я в нос заслужил. Тут просто понюхаешь, тебя уже, по-моему, шатнуло. Как зубы, завтра еду удалять. Потому что у меня нихуя не... Ну все, давай пробуем. Хоть у меня ничего не работает. Ну, в плане рот не могу открыть.
Не рабочий рот у Миши. У меня рот не рабочий. Я больше здесь не ночую. Да, поэтому пока Саня уехал. У, бля, он... Как? Жестко? Ну ты должен там ебать каждый прокурс хотя бы. Мы-то ладно, мы-то сами себя уничтожим. Подожди. Не, Егор, мы в команде, ты делаешь во вред мне в первую очередь. Почему? Ну ты соснешь, а потом вместе с тобой я. Пахнет апельсинкой какой-то. Ну типа цитрус вот где-то. Уфа, Уфа, привет. А, банана, блядь, это банановый. Ремикс сейчас. Да, любые. Да. Но главное, чтобы он шел 2 часа и не приходилось переключаться. Завтра будем удалять мне зубики, поэтому сегодня я не бухаю. Хотя, если хотите, можете меня, ну, набухаем, чтобы Миша завтра открыл свой вонючий рот у стоматолога и оттуда бырлом воняло просто дешевым. Угу. Вонючим. Это же будет классно. Угу. Зато скажешь, что время хорошо если провел. Если вы да. Подписывайтесь на этот канал. Откуда звук? А. Ну что, пацаны, давайте потихоньку начинать. Стоитолог, здорово. Здорово всем, всем привет. Короче, я сегодня в роли ведущего, я сегодня буду оценивать ваши... А что тут налить? Все пиво, не понимаю. Все пиво налить, пиво, да. А это просто объясните вода, мне эту хуйню. Чтобы грязный шарик мыть. Для... Да. Так он будет падать 100 раз, ты его так жестко... Ну, прямо налили. Мало пива налили. Пацаны, вы как дети маленькие. Пиво надо лить почти полный стакан. 3 сантиметра отверху надо не доливать, чтобы шарик не упадал. Во-во, нахуй. Вы хотели, блядь, меня проучить, ну, наебать? Да просто пылёшь, блядь. Скоро расследование, как всегда. Это пена. Он всё равно. Татухи хочу, ну, придумаю замел. Ты, значит, попадаешь. Придумаю замел. Не хватит. Короче, следующий следующий стрим Миша поучаствует, мы поведем. Вчетвером. Не, вести будем все по очереди. Я разок вел, потом Саня, сейчас Миша ведет, потом Саня, потом Мрахов, потом Бакур. Я сегодня на диджея просто кручу. Вы какое-то, конечно, дерьмо редкостное включили. Макула, может, пока поразговаривать. Я вообще не могу. Бакулыч, обнял. Да, типа, тех. Здорово! Здорово, пацы. Типа, купите, включите. Чего сразу фрики? Сам ты фрик, дружище. Да, ну ладно, мы такие полуфрики, фриковатые такие люди. Вы не громко? Спроси. Не, думаю, нормально, прям заебись. Опа, хотя на базу. Какой-то есть. А? На базу. Пацы там пока делают движуху, сейчас ну, начнется делюга. Делюга нормальная будет. Как? 98-й год. Старики против молодых сразятся сегодня, против этих двух щеглов. 99-го. Можешь про это упомянуть? Ну, будем смотреть уже по стриму, ну, потому да, как стрим будет идти. Да, так аккуратненько, чтобы придумал. Это было уместно. Да. Я поэтому тебя попросил. Ну, кстати, снюс нормальный. Не жесткий? Ну, жесткий, но жесткий. Держишься, стоишь. Я думал, от 150-ки упадешь. Меня просто очень хуево всегда снюс. Не, я, наверное, хочу бросить его. Руки трясутся. Бросить, бросать снюс. А меня, наоборот, расслабляет. Вакулыч, смотри в кадр, когда в ОБС-ке. Ты головой просто закрываешь. Подержал снюс, не видно? И не держал снюс. Не, серьезно, я не трясу руку. Да я тоже. Подержал снюс. Что за хуйня? Блядь, не, у меня нормально. Давайте разъебывать. Короче, погнали, все. Сегодня мы. Я думаю, что начинаем. Все, давайте становитесь. Шарик. Я шарик помыл. А, вот сюда это еще гей, долить. Это гей-тусовочка. Вот есть открытое пиво, да, я долью. Здорово, братан. Кстати, что у нас с колонками? Подражал снегу. Спасибо большое за донат, братан. Ты первый открыватель в сегодняшнем стриме. Работает все. Да, музыку можно чуть тише сделать, потому что общий. Сейчас еще раз я прозвучу. Ай. Погнали. Здорово, Миша и пацаны. Здорово. Здоровенько, Денис. Привет. Еще раз тебе, да, привет. Я повторил донат. Все, погнали. Давайте все, становимся сразу первым. Если никто не против, можно я начну? Не, я против. Да, надо скинуться. Надо скинуться. Ладно. Давай жеребьев. Короче, давай жеребьев. Давай вместе по руке шарим. Устрой жеребьев. Я угадываю. Или нет, я сегодня хотел давай, ладно, стой. На рулетку сейчас зайти. Стой, у тебя сегодня хороший день? Да, точно? Нормально. Хорошо, тогда ты говори. Вот это. Он ты переложил палец. Ты говоришь, типа, мяч или сторона? А, что? Что? Где? В какой руке мячик? Шарик, молчи. В левой. Это правая. А, правой. Да. Выбирай, мяч. Сторона или мяч. Да мне похуй, мячик, но это твоя сторона, одно и то же. Меня Егор, кстати, зовут. Казик, все, поехали. У нас сегодня уже есть, в принципе, сотрудничество, если... Если сегодня...
Ну, быстро закончим. И сегодня я с Аней борюсь. О, я еще подъебанный. А, вы, а реально мы как... Парни, по поводу последний бой. Мы решили, что сделать. Так как нам, в принципе, нравится... Да, мы будем стол. Мы заняли эту нишу вот так вот. Нам понравилась вот эта вот тема. Мы, скорее всего, скоро или купим стол какой-нибудь, или еще что-нибудь. Об этом вы узнаете чуть позже. Да, но если все зайдет и все всем понравится, мы хотим... Ты так, сука, быстро раскрыл карты, папа. Мы хотим позвать новых людей... Новых персонажей. Они будут не на постоянке, но для участников. Скорее не персонажи, Сяся, это Сяся, мы выяснили, участников. Что Сяся вам нравится, но не всегда. Поэтому да, будут у нас такие войны между другими людьми. Мы, скорее всего, уже перестанем особо вот этой вот темой заниматься. А может быть и будем продолжать, как вам будет нравиться. А может на завод даже пойдем. Да, и... Миша уже вчера вакансии смотрел. Да, поэтому сегодня последний бой в плане нас. Вот, а поэтому все, начинаем. Все, погнали. Вопрос, давай, вопрос давай. Всем, что мне делать, если меня будет кое-кто в чате бесить? Прям что хочется нахуй поставить. Игнорируй, память. Просто. Иди в чат. Просто улыбаться. Пока играешь. Вот так. Братик, дашь попить? Ладно. Идем, ладно. Нельзя, ты кровь. Я начинаю, никто не хочет. Давай, брат. Джек, что ты будешь делать? Пошел. Это не так легко, как я думал. Я думал, я сейчас подаю. А, еще по правилам. У нас правило, если ты раз попадаешь, то ты продолжаешь бросать, а не бросает другая сторона. Все, погнали. Это Егору. Теперь я Бакуля. Да, если что, я Женя, Женя мне, а ты Бакуля. И Бакула тебе. Возьми, возьми, конечно. Это мне, да? Да. Иди ж ты сюда, нахуй! Выпивай сразу. Я хочу. Нет, сначала выпивай. Нормально, нормально. Но... Сань, пощадил тебя первый раз. Спасибо, братан. Иди нахуй, ты мой враг. Блядь, ты такой дырявый. Ой, прости. Прости, прости, я не про это, нет, я не про... Да нет, пойдет, пойдет. Я не про пирата. Ладно, я пойду пока за тряпкой наливать. Давай, наливайте пивко. Столько же, давай, давай. Это. Вот это да. Да. Убивай пустую грань. Так, убил его нахуй. Давай, доливай, сам долей, сам долей, долей, давай, долей, долей, долей. Я стой, это... не ходите здесь. Да моим носкам уже и так похуй. Не дышите. А чё руки зажали? Кула, ты ещё вторую закидываешь. Чуть больше половины наливать. Потому что я, блядь, переживаю, чтоб тебя нахуй сегодня убить. Осуждаю. Убить в хорошем смысле осуждаю. Осуждаю. Ничего такого нет. Есть это шоу. Ой, блядь, бля, ну ты полный. Нет, там пелка. Саня, стой, лужа. А, я въебываю, я въебываю. Пошел. Начали со здравия, да? Ты еще второй кидаешь. Надо туда, это малыш. Мне кажется, опять что-то в подъезде стоять будет. Бля, нет, идите. Не, я же этого боюсь, не надо. Тише, я в роли уборщика. Его въебал две головки чеснока из хава. Что? Ты долго это будешь делать? Почистить ему головки чеснока, я пока тоже помогу. Не забывайте все, ставить убираю. Лайки за ставим то. Ставим лайки. За то, что я убираю, тут охуенно все. Не особо на видно. Еще, Миша, на еще атрибуты. На. Это блевотное, не надо, не надо. Они застиг... воняют. Не, реально, воняют. Ты стирал вместе с бакулыми трусами эту тряпку блевотную. Ответь. Да, я же говорю. Нет, я вообще ничего не стирал. Чувак, ты стир... это ты стирку закинул. Кому ты веришь? Кто за кого топит? Давайте, как вы видите на превью, бля, у нас есть на превью синяя сторона, это где я с Егором. Это сильная сторона. Это сильная сторона. И красная сторона. Это где Женя и Миша. Бакула. С Страховым. За кого вот. Болеете? Синяя, красная? Можете написать в чат. Держите пока шарик. После пигаря. Что значит смело фейк деньги? Ай. Нет, Миша, можешь еще вот так вот вокруг все потереть? Могу. Да. А, брызги. Две... Не, да похуй, две головки. С девушками не гуляют. Ну красиво, блин. Ближайший день. Целайка меняем, отлично. Сейчас на, брат, вторую. Спасибо. Ну как, это, конечно, хуйня, вы можете побольше пощадить. Можете давай, показывай, как ты это будешь жрать. Да. А может, давайте с каким-нибудь... Подожди. Может, что? Физа немножко? Подожди. Ты хочешь туда острого соуса? Подожди. Это внесение изменений. Подожди, внесение. Не, не ложи туда, давай мне на руки лучше. Лучше с рук, блядь. Я не буду с этой хуйней. С бакула обычно их вылизывают пальцами. Я сам не налезть хочу. Давай. Я не вылезу. Покажи всем. Ну,
надо. Блять. Ну надо. Вы, наверное, видите, я полетел, я сразу две въебу и буду жевать их. Хорошо. И слежи вот эту хуйню. Ну. Нам надо языком взять. На водичке. Как она? Чё по вкусу? Рассказывай. Блядь. Кипятка налил, ублюдок. Ну, просто тёплой водичкой. Ты же знаешь, как и с луком. После того, когда съедаешь, уже оно потом... Фу, не дыши, не разговаривай. Всё, я ещё себе чеснока заеду. Фу, блядь, нихуя. Так, я поменяю пока... А, уже поменяю. Фу, шмон какой-то. Воняет как. Фу. Дайте ему жвачку. Нахуй она надо. Я пельменем закушу. Бля, и стула нет, чтобы сидеть. Ты чё, Бакула, тебе дай Жене бросить, получается? Не, он бросает. Девушки, кто гулять поедет? Он его кидает пока. Я тебя понял. Бакула, попам кидает. Есть. Бля, ну ладно, дали информу. Ой, сука, перебросил. Ладно. Ладно, брат, давай. Надеюсь, ты примешь достойную. Ай, блядь, ну вы лохи, пизда. Ну, извини. Бакуля прямо в печень. Блядь, брат, ты тоже лох, оказывается. Ну мы даже уже мыть, наверное. Накидайте лайков, чтобы проебал Саня. Саня окажется лохом или нет? Сейчас мой, проверим. Мой. Сука. Брат, ну, насчет печени мы добазарились. Кому печень будет? Сука! Да вы лохи, пиздец. Да ты, рах. А, нет, ты, я. Ты. Вот она ходит, малая. А как так можно попадать, блядь? Так, сделай. Не надо. Да, блядь, пацаны, вы чего? Понял, что делать? Нет. Вопрос на тоже. Мужик. Я не хочу набухаться. Хорошо! Выпиваем, сначала выпиваем. Нет, сначала выпиваем. Ладно, давайте мы эту интрижку сохранять, сначала выпиваем. Окей, я тоже посмотрел. Шарик нам сюда, на базу. Я пока вижу. И дядя Саша повторяет. Это изи. Разбирай пирамиду по этапам. Кто будет, кстати, этим заниматься? Чел? Ведущий? Ему выпал. Короче, ему выпал пудинг в рот. Сейчас объясню, что это такое. О, я ему не буду. Давайте, все, хорошо. А давайте сделаем место. А пудинга не было. Не, это жестко. То, что с Каскрина жестко. Пудинга не было, мужик. Молоко, блядь. Пудинга не было. Меняем на пельмени. Пельмени у нас есть. Готовы уже. Пудинга нет? Нет. Ложка хрена. Пизда. Ложка хрена. Меняем пудинг на ложку хрена, потому что... У нас нету в закупе, оказывается, пудинга. Короче, в чем был прикол пудинга? Мы делаем там дырочку, и поняли? А что если с соусом сделать такой? Или с мазиком? А мазика нет, не ходи. Да все, давайте ложку хрена поебать. Короче, я хотел, я ну, вообще была в голове такая идея, делать дырочку в пудинге. Знаете, пудинг такие, дешманские такие колбаски. Мы хотели сделать там дырочку и на лицо. Возьми, пожалуйста, ножик вот этот, ну, да. И достань сюда. К сожалению, сегодня без пудинга. Но ложку хрена жри тогда. Ты выпил пиво? Да. Все, выкидываем это. Тогда это стаканчик. Накидывайте лайков, не стесняйтесь. Вот. Спасибо всем, кто вообще смотрит. Приятно очень. Вот она. Пизда, блядь. Давайте без запивона. А что у тебя руки трясутся? Тут у всех запион есть, блядь, у меня шли. Не, пусть будет, это водичка обычно. Много, да это волки. Сначала проглоти, потом просто запивай. Давай, хуй. Чё комп фризит? Я не знаю, он вообще чуть не взорвался сегодня. А что вы делали? Ничего. Миша, ты такой даун, блядь, спасибо, брат. Спасибо большое, брат. Спасибо, приятно очень. Привет, привет. Чё, продолжаем? Я продолжаю, я их кидаю. Да. Оп, слезки потекли, нахуй. Не плачь. Не плачь, да. Он же сейчас, сука, второй раз попадет. Ну давай, попробуй. Давай, если ты жесткий. Она вылетела. Нормально. Она же была в этом стакане. Нет, нормально, она нормально. У них тоже вылетало. Все пойдет. Ладно. Давай сюда. Егор, попадай разъебом деток. Лохи, бля, какие же лохи. Сделай эту хуйню, пожалуйста. Бля, ты буков ра. Ты буков ра. Рубинштейнс. Лоб ко мне сразу прилетел. А что там в чате? Ууу, ты сюда, нахуй! Ах, сюда просто нафиг! Это мне, да? Да. Сюда, малышку, нахуй. Бля, надо было мне Жеку кривого. Держи, мужик. Я сейчас объёбываю. Я пока смотрю. Девочки должны были быть, но...
А я нихуя не вижу. А что ты там палишь? Так мне тоже интересно. Интересно тебе? Да. И как там? Что там ты будешь делать? Пивасик выдохшийся, поку. Две стопки масла. Оформляем. Оформляем. Бля, пока весь лайт идет. Стоп. А там хуйня вот эта сидит. Вот эта, которая тут находится. Там чёрка? Есть она? Там еще есть? А где стопки? Да, сегодня без девочек, потому надо что... Надо все помочь. Ай, даже не хотим рассказывать, почему без девочек сегодня. Подожди, а мы что, все стопки разбили? Это грустная история. А, и все помочь. Это грустная история, почему мы сегодня без девочек. Будем все рассказывать? Что? Нет. Я не знаю. У меня горло болит, блядь. Масло поедет. Давай, наливай. Ну, масло это мое так, без фирмы. То же самое, золотое семечко. Бля, только, плиз, помой нормально. Не как помой нормально, заебал. Вот иди сюда. Мой, все, похуй. Самое главное, что должно быть быстро. Фу. Да, с чесночком, если еще добавить туда поцелуй. Потом это все в нарезку, чеснок, потом поцелуй, тын-тын, и вот, класс будет. Мы целоваться сегодня не будем. Девочки не пришли, потому что... Мы тут все девственники, а Саня пробил ухо, и сами должны понимать, почему. Если кто не видит. Он перешел на темную сторону. А может быть для кого-то и на светлую, я же не знаю. Может я считаю, что он светлый, а вы темный. Но мы считаем, что он перешел на темную сторону. Он пират теперь. Но корабля вы здесь не видите. О, да, такая... Давай, давай, давай. Мне две или три? Две. Хорошо. Наливайте, только кто-то вы. Давай. Чтобы не было хуйни. Бля, сейчас опять на меня пырснет, как всегда. А ты ее не резко открывай. Она не открывает. Самое дешевое масло, держу в курсе. Приятного аппетита. Надо 20 бунов. Самое дешевое, обычно. Самое дешевое, так что вот. Было в Еврике. И вот так вот. О-о-о. Вот так вот это, вот так вот. Так вот? М-м-м. Вот так вот. Фу, еще какая-то блевотина, Бакула, не домыл. Нет, давай. Я домыл. Где, блядь? Хуесос, блядь, ты дырявый. Это, блядь, она не внутри. Это юшка из-под пельмени. Когда ты моешь, придурок, всегда все, мой. Не голову, и снизу мой, и сверху мой, все, блядь. Пошел. Ты. А ему запить можно я дам? Нельзя. Вот такая забота мой. Не надо. Правое ухо пробил? Левое. Не, это левое. Это воды или фанты? Фанты. Масло это вообще пушка. Я ебашу? Подожди, а запить? Да похуй. Ладно, похуй. Раз. Два. Правый начинай, с левой. Фу, блядь, так. Блядь, ты такой жесткий. Фу, ну выпил, быстрее, выпил, быстрее, выпил. Быстрее. Только теперь я проглотил. Быстрее. Фу, блядь, какая хуйня. Все, погнали, ставь. Посмотри, почему стрим тогда офнули? Нельзя. Вторым дать, подряд там. Погнали. Продолжаем. Запрещаю. Соседка съехала. Ну, блядь, там стоял в патике гроб, и мы стриманулись, и соседка съезжала как раз. Мы не хотели это видеть. Мы заплакали и убежали. На самом деле просто Никита отпиздил. Саня. Саня, давай остановись. Из-за этого он пропал в ухо. Да. И поэтому 3 дня стримов не было. Дырявый. Сюда, сейчас давай. Что-то свое я сбился. Это даже очень хорошо, между прочим. Егор, ну ты меня отправишь. Бля, они так летают, пиздец, тяжко. Ну. Может мы далеко? Может какая-то методика окна есть. Закрыть. Да есть методика, они закрой же. Окна. Да, пацаны, вы лохи. Окей. Может давайте диджей кинет? Да и нет. Стой. Стой давай там, стой, давай, процессор. Ты еще нахуй сюда ну, вы. Идущий! Идущий! А ты, блядь, вот так ну, своей вот так, полутораметровой да. Рукой ну, вот так ну, кидаешь. Разошлись, вот так? Что? Идущий. Разошлись. Правило. Разошлись, кидаем ровненько. Правильно. Не дышите. Yes! Это я сделал снова. Что ли друг друга мокчат? Бля, так меня это заебало, потому что мы сейчас все задания выполним. Масло нахуй, сюда. Бля, все, лайт, пока лайт, уходит лайт, мы поэтапно, братан, делаем. Все по системе. Лайт, уплываем. Фу, бля, я как масло, это же самая мерзкая тема тут. Что там? Ну, она противная, главное быстро проглотить. А ты ему фанту не давай, пускай ему рахов наливает. Ну. Налито. Казик не вывел, нет, мы до сих пор заморожены. Кстати, что там как по Казику? Где наши документы? Локдаун, он на рабочем оборудовании. Пизда. Ваше здоровье, масло это всему голова, можно пельмешки поджарить. Оп. Фу, бля. Ты как стопки водки ее закидываешь. Бля, она такая нормальная. Мерзкая вообще тема. Yeah. Бля, я бы хотел попробовать печень на самом деле. Я бы не хотел. Может быть реклама. Я бы не хотел. Может быть, здорово, Трофим. Бомба! Может быть, сделаем рекламную паузу, я попробую сегодня печень захавать. А может быть, Саня оформит в Бакуле третий стаканчик уже? Ну, возможно. Все возможно в этой жизни. Шеф!
Наблюдайте, пожалуйста. Судья куплен, судья куплен, судья куплен, судья куплен. Кто-то, блядь, дует. Отошли, отошли, все погнали. Кто-то дует, когда я кидаю. Так ты же попадаешь. Нет, чуваки, кто-то... Вот, Саня, у тебя так изо рта воняет. Просто брось. Пожалуйста. Глаза слезятся. Надо, но чеснок... Кстати, если Саня будет дуть, то типа, ну, почувствую. Давай уже быстрее. Что ты будешь делать? Сюда, шар. Шарс де Голь. О-о-о-о! Что это было? А так, а это было бы эффектно. Да, как угодно можно. Как угодно. А можно даже оттуда, через подъезды в окно. Вообще поебать. Что меня от двух уже пиво въебало. А может мы реально по очереди будем выполнять каждый от бакулы? Раз, два, три, брат. Брат, ну сейчас нюхайся. Ты что-то подводишь меня, закинь малую. На, сука, получи. Нет, сюда на! Нет, так нельзя, Саша. Ну, получи, сука, получи, сука! На своего, ебать! Ладно, ваше здоровье, погнали. Для Егора это хуйня, вы не знаете, каким он чемпионом был в детстве. МКЛ БРТ УВ. Что это такое? Я писал. Пацаны, а что это за хуйня? Одна минута! Бутылка пива. Бутылка пива. А, ну, в принципе... Давай, вот я готов водку пить, блядь, стопками и стаканами, но пиво это мой враг. Еще раз повторяю. А, еще, мы не сказали одно условие. Если человек не выполняет задание, три стопки, он пьет три стопки водки. Секунду. И прокалывает правое ухо. Задание заканчиваем. Я подготовлюсь, и мы это делаем. Давайте сделаем так. Вот если выпадет, неважно, что выпадет. Раз, секунду, два. Подожди, я же тебе сказал, дай подготовиться. Мужчина, блядь, я не хочу бухать сегодня. Ну что, ты готов? Похож, да, давай. Раз, два, три. Время пошло. Ебать, трясёт. А так ты успеешь, не торопись, брать. Осталось 50 секунд. Твои усики так классно смачиваются этим пивом. Пират, заткнись. Ты его топишь, что ты делаешь? Половина. 20 секунд прошло. Ты сможешь, ты сможешь. Стрим начался буквально 27 минут. Мы все сможем вместе, верь в нас. 30 секунд прошло. А, все время еще. Заткнись, сука! Это пиво! Да, много-много. Бля, простите. Осталось 20 секунд. И, кстати, не видно, надо дальше отходить, скорее всего. Вдруг он 15 секунд. Куда ты? Ну куда ты? Я же блевану. 10 секунд. А если блюем, то что, похуй. Все, выпил? Проверка нахуй. Да, выпил, все, пусто. Блядь, до последней капли все в рот. Я не понимаю, как это будет обидно. Мы стримить давно не начал. Потом, блядь, ну, так, а хуй его знает. Два таких пива, три, назад, я ровно. Все. Где-то ровно месяц назад, да. Все, ну, дальше, поехали. Пошли. Кто попал? Штрафов еще раз бросает. Тише, смотри. Смотри, что он делает. Он вот так вот бросает. Да, давай. Он вот так бросает. Локоть у меня тут. Давай, давай. Иди назад. Давай. Давай. Давай, я вижу эту хуйню, как она залетает. Мне снилось. Ай! Сало себе, блядь. Я в Англию, надо вот сюда попасть. Здесь будет мясо. Да, ты же думал. Да. Там будет мясо какая-то. А, вот здесь печень, здесь три стопки, окей. Полетели. Давайте. Товарищ судья! Нормально, нормально все. Судья. Иди на. Ай, блядь, я перекидываю, реально, у меня такое сильное. Нормально с ноги упал. Я не могу быть так нежным, как Бакула и наши враги. Уф, футбольчик. Что, Евгений, вы готовы? Да ты заебал. Я попасть, блядь. Ищу. Сюда. Ты колдуешь туда? Нет. Нет. Я в шоке. Она вылетела. Она вылетела со стаканчика. Да, объебал. Сюда давай. Нет, так вы вообще лохи какие-то, не? Я бы уже давно попал. Показать мастер-класс? Где я... суди, блядь? Следующий свой бросок я посвящаю Данюше. Накидайте на 200 лайков, я кину. Фу, мерзкий бросок. На 200 лайков я кину и выполню. Выполню. Да, смочи, чтобы не вылетал. Я выполню одно задание, но оставлю им. Иди домой. Доля воровская. Пацаны, ну тут же мост для вас, есть карниз. Так, стреляй, она подбирает на стаканчике. Да ёбаная ты нахуй, животное, блядь, на стаканчиках. Я думал, на очередь скажешь, как обычно. Бля, что я сделал? Такой траектории жёсткой. Шумит нахуй. Да, очень много. Выключи. А, закрой. Бля, если бы он сейчас в себя попал. Ты выполнял просто. Это их два сразу.
Ай, да блядь, пацаны, надо попадать. Ой, сюда рано! Это мне. Йо, блядь, ну не, ну что война, война между собой. Сань, ты жестко. Это же мне. Ну да. Или нет? Не, вы можете порешать между собой. Нам-то похуй, кто будет пить. Ладно. Бля, хуёво вам, пацаны, вы уже знаете, что вы соснёте в конце. Ты так классно. Тянется к члену, уйди. Наливай стакан. Подожди. Стакан чего? Подожди, мы сейчас узнаем. Подожди. Сегодня мы отметим твое ухо как надо. Не, не. Че, да? Не может быть, не надо, не надо. А что еще? Стакан воды? Водки. Бля! Давай хотя бы стакан вискаря. Водки? Почему последний бой? Потому что после... Это вам мы идем... После... Пацаны, там стакан воды. Это вода, а не водка. Да нет. Она фруктовая была. Это типа... Это стакан воды! Сука, Саня, ну-ка им всем выскажи свой комплимент. Вот так. Ну можно поменять, я тоже так подумал. Ну его нахуй. Слушайте. Нет, подожди, а что это значит менять правила во время игры? Ну воды! Попей водички. Попей водички. Бля, это детская какая-то. Все, тогда дальше, погнали, кидаем дальше. Надо сначала въебать, выполнить, ага. На 200 лайков? На 200 лайков я кидаю шарик и выполняю одно задание. Из любой стороны. Сами выберите, где Саня либо этот. Я кину, выполню. Если попадаешь, чисто ради себя. И закидывай, хорошо? Если отказываюсь, то 300 пилотов. Откажись от воды. Да. Откажись от воды. Отказываюсь. Серьезно? Так ты должен... Мы будем хасить как шутки. Животное, бля. Я же чувак, мы будем... Я ж косой, просто, до ужаса. Он дебил. Он дебил. Стопки оформите мне. Он дебил. Он, ты что-то делаешь, грязь. Подожди, ты одну заслал, получишь? Да, брат. Ну тогда этот воду выпью за тебя. Давай, ты же мне так помог в этой жизни. Хотя бы закушу, блядь. Ну, бля, снизу жесткий. Стакан воды отказался пить. Ну что за человек? Ну, я скажу, что отсутствие от супа. Но потом второй раз закинь. Закинь второй раз, ты охуеешь. Не хочу. А почему стримим последний бой? Потому что в данном составе мы играем в последний раз. В следующие разы у нас будут либо гости, либо совершенно другие люди играть. Мы короче, все, покидаем канал ЧПП. Покидаем канал ЧПП, все, вы нас видите последний раз. Канал будет удален сегодня. Не, снизу вообще жесткий. Все жесткий. Брат, я ж тебе закинул самое лайтовое, что тут есть. Да, Саня сегодня увидит. Вы слышите так, сегодня... За воду? За воду? За воду. А не услышат сегодня, что я мерзкий? Фу, ты такой мерзкий, фу, ты мерзость. Фу, ты такой мерзкий, уйди, фу. Саня отказался от воды. А нахуя ты отказался от воды? Ты пили. Пошел мужик. Стряхни воду, стряхни воду. Ладно, его проблемы, я тогда буду бабой, я не буду отказываться от воды. Так это внизу, это под рюмками, а не на дне рюмок. Я ж не даун, бля. Бля, я понял, я буду жёсткий. Ведущий, это ваше. Давайте, отойди. О, на. Таня уже сидит. Ты дурак. Вот этот жест, блядь. Так, под стол, нахуй. У, как она льется. Ой. Ух, как она льется, Александр. Бля, ну ты падла. Ты, дайте я... Сань. Продемонстрируем, пожалуй, что водка да, настоящая. Да, ублюдок, который помыл хорошо посуду. Кипятком, говорит, моя. Три водки и блевотина на дне. Кто хочет казик... Да, это не блевотина на дне. Кто хочет казик на 12 кабан? Заметь, Александр, это не я буду. У нас есть, да, казик. Хорошо. В конце, я думаю, в конце понга мы покрутим казик. Да, сука! В конце понга тебе крутить вертолет будет, блядь. 12 косарей. Брат. Ну давай, пошел. Время у тебя есть 30 секунд на выполнение всех заданий. А можешь начать засекаться на камере? Он про другую, не про тебя. Да про эту славу. Про какую? Дурак, что ли? Давай. Подожди, стой. Как только я выпью одну, засеки. Ага. Да, подожди, 30 секунд на 3 стопки? Да, на 3 стопки. Да, ты сразу стопки пей, потом запивай. Да стой, подожди. А что ты делаешь? Он хочет в одну перелить. Давайте сразу в стакан будешь бы. Саша, стопка и отжимание. Я тебя отписался, не зря. А вот сказал это, я наверное зря. Пошла. Оформлю еще, пожалуй, одну ему. Да, Саня, ты ну что, погнал? Бред делаешь. Давай, на счет три, поверни. Раз, два, три. А ты меня купить, блядь.
5 секунд. И отжимание, да, его? Еще сейчас еще одна отжимание. Ну что, ты готов? Какое отжимание там надо? 15 отжиманий. Блядь, я 15, пацаны, я вообще, вы для подписчиков объясните, Викуся. Что? Викуся. Викуся. Есть контакт. Не, ну, а кто ставил за даун прайс? 300 рублей, стопка и 15 отжиманий. Я не помню, это давно было. Прайс сам каким был, таким остается. Закидывай ее, тебе еще надо от бабу, думаю, удар держать. Какой? Кстати, он еще раз бросает. У меня, кстати, никаких лосей пока. Ну, пока. Вот когда я залечу вот эти еще два, все, потом ебашу. Да, пока мне... Мне зубы, кстати, завтра вырывают. Круто. А? Все три? Нет, пока что один. Бля, кто-то очень сильных лосей бьет, у меня аж пломба рассыпалась, я так зубы сжимал. У меня потрескалось два. Не знаю, о ком вы, пейте. Я так зубами ударял, короче, что да, минус пломба. Ну что ты тянешь? Плохо хуёво, да. Бля, Миша, вот эти майки твои не так полнят, и стоят, мне кажется, что у меня пузо есть. Вам Казик бабки вывел? Не, кадет, братан. Да не вывел нам Казик бабки. Мы у нас заморозили счет, но об этом позже. Нам заморозили, мы лохи. Сегодня, ну, у нас 700 долларов нет, нихуя нет. Мы нищие бомжи. Ладно, признайте, что крутили на фантик. Да, да, да. Заморозили. Да, да, да. Ну что, физкультура пошла? Минутка физкультуры от Саши Дубовца. А где нас заниматься, что ли? А вот прям... Или ты наклонишь просто? Давай, пошел. Давай, пошел. Масло брать. Нихуя. Мам, ты говорила, занимайся спортом. Сегодня. Сегодня твой день, Саня. Блядь, пацаны. Пацаны, блядь. Да, в этом-то и смысл. Падает, падает камера, давай. Тихо, тихо, тихо. Держите вдвоем тогда, я ебашу. Показывай, как я ебашу. Давай. Смотрите. С хлопками. Готовы? Да. Готовы. Готовы? Раз, два. Два еще перестал. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Все. Не, ну когда ты 30 килограмм весишь, свое туловище 300, открывать от 30, пола не сложно. 300, чувак. Нет, отойди, 74. Я сам все там стоит. О, да. Оставься так. Да, да, да. Я понял. Так нормально. Пошли. Не допиваю. Я купил сегодня новый чехол. Раз. Все, ровно стоит. Два. Что, энергии придать? Я там подакал. Все, погнал. Так пойдет. Ну, прошло, все равно горизонт завалил, стой, конечно, Миша, блядь. Ну хуя выставить не может. Все! Не, брат, лучше, блядь. А что за хуйня? 21:40, а мы уже стримим? А мы уже пьяны? Не, я трезвый, я хожу как блядь. Давай, дайте 15 минут. Точно? Миша, ты благодарен? Да, я благодарен. Товарищ судья, товарищ судья, заступ. Да какой завтра? Да шо, о чем ты говоришь? О чем? Ты неадекватный. Ну ты и кусок. Это кому? Это кому? Это мне. Мы тут тянем все немножко куски. Давай кидай. Не тяни время. Ну, бля, ну, выкиньте. Бля, пожалуйста. Дайте. Сука, прошу. Евгений Рахов. На басу Евгений Рахов! Да-да-да-да-да-да. А папочка это делает. Вот, 200 лайков. 200 лайков. Я сейчас буду кидать. Я сейчас буду кидать. Ты будешь сейчас сосать. А если ты не попадаешь? Ну, бля, буду кидать, пока не попаду. Не, мужик, ты нам не нужен. Спасибо, лайк. Спасибо за лайк. А в чем прикол? Одно задание из 50 выполнено, так это ж хуйня. А нету 200 лайков. Сейчас будут. А тебе Сань, кидали. Я верю, что будут 200 тебя лайков. Наеба. Ну я тоже верю, конечно. Давай, Санюч. Саня, 200 лайков. Пизда, ты меня. Сейчас... Он почти в этот он видел? Он я думал, в первый сейчас. Это, да. Это самый жесткий стакан. Ну-ка, ну-ка. Тише. А, здесь не сердце, да? Там поджелудочная железа. Ну что-то поджало, да? Блядь, второй раз сказать. Да не поджало, а поджелудочное. Поджало, говорю, что-то здесь, я бы не вмешался. Да, братан. На удачу. Попадешь, я сейчас готов уверить в это. Блядь! Оно так вот так. Бакула, ты загораживаешь камеру. Сори. Бакула. Самое интересное, давай себе. Вот сюда становись, к телевизору. Со временем, может, будем сближать, чтобы вероятность попадания была побольше. Да! Давай. Чисто, чисто. Это брат команды. У нас связка. Блядь, у нас блядь. Связка. У нас связка. Животное, конченое, блядь. Длиннорукая. Я хочешь сразу даму кину? Длиннорукая. А что же это, а? Ладно, хуй с ним. Давайте посмотрим. Не, эту связку уже ничего не разрушит. У нас сыгранный коллектив. Как вам пиво, парни? Я просто не знаю. Да, тоже хочется попробовать. Сразу вам скажу, пока я не почитал. Я эту печенку куриную брал не для себя.
Я для Бакулы бы взял. Молоко в рот. Оо, хороший. Майк, давай, может, уже не для жесткого унижения, я бы хотя бы себе налил. Лучше уже, чем я. Ну, типа. Лучше уже я налью, чем кто-то другой. Объясняю. Миша, ты ждешь нас? Миша, рот молоко, это отсюда вот молоко в рот, оно ложится на них. Миша, я у тебя еще одну майку возьму. Без майки я пока не готов выходить. Ну что, бери молоко. Что там так? На. Хочешь полотенце купить? Спасибо. Ну, 206, реально... да, я вижу, сейчас я кину. Полотенце. Сейчас давай я кину. Полотенце какое? Давай полотенце неси. Куда полотенце? Серое не мое. О, маленький просто покрылся. Ну. Да, спасибо, бля. Ну зачем маску я снял? Иди, чтобы штаны не облить. Давай я буду снять. Нет, 0,5. А подожди, у нас второй этаж такой, не, давай хотя бы со стула, что ли, я не знаю. Да не, нормально даже сверху. Ведущий поднимет камеру. Давай я на стул залезу. Дай стул. Не, ляжу на стул. Или я сяду на стул. Залазь. А что мешает просто так сесть? Нет, на пол я не сяду голой жопой, никогда в жизни. Так, никогда в жизни, даже нет, даже не думаю. Бля, нам тоже такое есть, да? Да давайте уже, ну. Дайте стул! Где стул? Он вот там, один. Он под камерой. Блять, ну иди тогда на носочки становись. Я нет, о, ты так и думал. Встань-ка сюда. Вот. Нехуй мне больше делать, иди на второй этаж. Он в трусах, не смотрим. Да, я же в трусах, а не без трусов. 18 плюс контент. Да какой 18? Я просто в трусах, ничего в этом страшного. Ну пятку выливать. Мне в рот? Подожди, я бы поднял. Я не могу понять. Просто, ну, просто, да. Давай. В рот просто? Может, присядь? Так пошел ты. Просто в рот? Да, так у меня болит, если я сяду. Давай в рот, в рот. Половину. Половину, давай. Да, целую нахуй надо. И раз, два, три. Жек, старайся. Иди нахуй! Пацаны, это вообще все нахуй. Жень, старайся попадать, бля, что за хуйня? Надо тряпку уже брать, пацаны. Сейчас, сейчас. Готов? Давай. Панал! Ебаша! Не грызу, не топи его, заебал! Все, ладно, хватит. Хорош, хорош, да. Пусти нахуй, оно холодное, блядь, оно вообще... Нарезочку, блядь. Нарезочку надо сделать, да. Накинул, подвинь ее. Фона блюет, что ты делаешь? Ниже. Еще чуть. Все, все заебись. Поможете убрать немножко? А что-то она такая кривая стала. Не, как раз таки вот. 200 грамм в самый раз, да. Там больше нахуй не надо. Бля, это ж только 3 задания выполнили. Я такие задания в рот ебал, понятно вам? Не плюю, блядь, на монитор. Я не плюю на монитор, это... Блядь, ужас. Да все, все, давай. Пацаны, дайте знаете, мне штаны и майку, я переоденусь. И это все в стирку кину. Поможете убраться, правда? Сань, да. Можешь мне подать штаны и... Слышишь, Егор? Эту майку не выкидывай, если в следующий раз типа тоже дарем потом. Ну, да, майку выкидывай. Бакула, можешь выкинуть майку за 3 косы? Я говорю, не выкидывай. Ебать, он долбоёб. Сука, я сказал, не выкидывай, следующий оденет, чтоб, ну, типа, она же потом выкидывает. Да, мы кто-то собирались выкидывать, ёбать. А потом выкидываем, нахуй. Не, не голый, ну. Да не, я имею в виду в стирку, блядь. Глупыш, ёбаный, клоп камчатский. Бля, только не выкидывай майку, пожалуйста. Я имел в виду, сука, стирку, блядь, ее не выкидывать. Колопахло. Бля, ну нормально, нормально. Все, да похуй. Ну протри так носочком. На. А, пока его нет, я кину, пожалуй, стаканчик, потому что я обещал. Где стаканчик? Ой. Шарик на столе. Тут а. Больше я сюда кину. А если не попадешь? Буду кидать, пока я думаю. Раз. Короче, Миша, а есть задание возобновляем, да? Да. Но теперь то пойми хуйню, если ты попадаешь, ну что, уже знаешь, что там лежит? Да. Ты немного портишь эту хуйню, чувак. Да. Ну, точнее, ладно, даешь шанс нам. Давай отойдете, я поставлю. Потом. Окей, давай, ну, давай сам. Он сюда кинет, выкинет. Ты кинь сперва. Ну и все, свободен. Не, он туда пока не попадет. Да, так же легко. За 10 раз. О! За 3. Да, быстрее. А что, я а ты будешь писать? Нет, сначала выпить ты пиво. Сам да, я одно задание выполнил. А, давай. Я увидел задание. Через это, когда пил, да? Я тоже так делал. Я увидел задание! Я увидел задание! Кто? Кто? Не видел.
Я увидел задание. Печенка. Нет. Молоко в рот. Да. Ну все. Я думал, даже. Я же говорю, майку не выкидывайте нахуй. Да, выкидывай нахуй. Молоко в рот. Можно я выкинуть? Я хочу видеть все. Молоко в рот. Давай в конце самого взял. Не, надо сейчас разбавить. Надеемся. С Егором все в порядке? Дай майку! Егор, не выкидывай майку! Я лью молоко, мне похуй. Я лью молоко! Егор, где майка? Я лью молоко. Я, Егор! Ну, пожалуйста, чувак, я забил. Я забил. Вот, майка нас принимаешь. Ладно, еще не выкидывай. Я думал, раз, но мы выкидываем. Погнали. В полушарик забись. У нас, короче, есть стаканчик с водой, который просто... Жак, подними камеру, блядь, чистит. А, ты думаешь, блядь, кайфово холодным молоком обливаться? А, блядь, нихуя себе, холодная какая. Может, в холодильнике было? Let's go. Холодильник. А, блядь. Поднимай камеру, смотри, чтобы видно было. Ты не видишь? А, выше, выше. Поднимай, выше. Выше еще. Конечно, еще выше, Евгений Рахов. Еще. Еще выше, Жак. Еще выше. Еще. Стой, подожди, она сильно холодная? Оно пиздец холодное. Аттракционы, нахуй. Да, нормально? А, ты моё полотенце вытер. Еще. Я направо туда, направо? Нет. Нет, еще. Дайте секунду. Еще. Дайте домой полотенце. А кто-то с пистой наливал? Чья? Реально так, как я? Да. Это моё полотенце было, сука. Да, ты купал его. Не-не-не, а, да. Нормально? Да, заебись. Ай, блядь, ты такой... Итак, выполняет судья, он сам напросился. Ну не надо, просто встань и все. Судья тестирует. Так, стоп, чтобы я попадал. Вперед, отойди. Подожди, у меня рожа не открывается. Так отойди вперед. Еще отойди, Миша, шаг прям вперед. Еще шаг. Он же руку может выдвинуть, еще шаг. Подожди, стой. Подожди, я не буду лезть, пока ты не скажешь лей. Понимаешь? Блядь, стрёмная хуйня, нет? Вперед, шаг. Ну да, немножко. Да не, нормально, похуй. Вперед, шаг ебаш. Шаг еще вперед. Все, заебись. Пошла вода. Не лови его, просто, блядь, смирись. Не, он попадает, чувак. Ну, я вылил. Блядь, холодно. Ты ему еще за спину налил, фу. 1/3 я ему тебе налил. Хватит? Хватит, я думаю. Да, нормально. Хватит, да, иди снимай майку туда и... Ну, кидай. Раза три слови. Помой голову, а то ты, блядь, грязный. Ты воняк, ты мерзкий. Ты молоко закрыл. Пацаны, пока помойте эту хуйню. Слегка. Ну, поставь. Да, нормально, можно снизить. Ох! Слегка. Танюша, бля. Надо вставать. Танюша, желаю маме твоей здоровья. Пониже, да, надо сделать камеру? Ну, да. Я думаю, что немножко можно опустить, да, второй этаж не нужен. Ага. Еще. Идет. И правую сторону вниз. Все, отлично. А та самая, это кто у нас? Я не знаю даже, кто это. Новая девочка? Бля, если она еще нормально... Сам... Член, я... Сам счастливый. Бля, еще так без трусов некомфортно. Нет, у нас плитка здесь. Всё, ну блядь. Да, здесь плитка, это не ламинат, так что ничего страшного. Блядь, попала на стену, которая уже и так заблёвана. Да, стену красить будем, уже похуй. На 300 лайков судья, товарищ судья, выполняет следующее задание. Ты где стакан тут? Подожди, а ты опять попал? Ты сейчас опять бросаешь? Не, я знаю. Нет. Помой, короче, Миша, отвернёшься. Убери носки, кстати, с нашего стула, пожалуйста. Ай. Че с пигурям теперь друганы? Поясните, что за хуйня? Ну не просто друганы, лучше. Бля, ну пояснить на самом деле надо. Ну напились, да, хуйни какой-то. Сделали полнейшее, нас захейтили за эту хуйню. Что мы сделали? Привет, бомжи. Смотрю, без милстроя вы никто. Не позорьтесь таким контентом. Спасибо, символ 13. Да пошел ты нахуй. Не, спасибо. Отходите, пацаны, прячьтесь, я там мешаю. Сейчас правды в этом нету. Нет, дайте стакан просто не поменяю, все. А тут пенка, она видна. А что ты делаешь? Не смотри. А, во всех стаканах сошла? В смысле? Давай, там, он меня от стакан, который вы брали. Егор, не смотри, ты будешь знать, где молоко. Отойди, Егор. Не смотри. Вот сюда, нарушай. А тут нехуй, блядь, нарушать, тут пена видна. Да просто одну трубу поменяю, все, смотри. А тут пена видна. Да все, я всем похуй. Ты думаешь, чувак, я, блядь, целюсь в конкретный стакан попадаю, я вообще никуда не попал. Мы будем. Давай, все? Да. Давай. Я делаю ход конем, Саня, нам надо расслабиться. Делай данную. Да. Угу. Бля, не, снюс ебло. Все, погнали. Спасибо всем за лайки. Мы полетели дальше. Один белый.
Ха, крыса! Воняет пизда. Крыса погнали. Есть. А где шарик? Где шарик? Я не знаю. Ты же погудал. В смысле, блядь, ты не знаешь? Ну, серьезно, я не знаю. Не, ну крысу сразу видно. Блядь. Вы потеряли шарик? Что у нас осталось? Где шарик? У них осталось 7. А, 8, блядь. А вот он еще. Понадо. Сдуристика. Дуристика сломай. Ну что ты не двигай? Ну что ж ты делаешь? Ну не может. Давайте, я пока носки надену, пошел. Нет, не будь, блядь, таким. Нахуй оно тебе надо. Сань, сделай, пожалуйста, это. Закончил, блядь. А я сейчас, знаете, что хочу? Угадайте кто-нибудь. Что ты хочешь? Угадайте. Дать кому-то народ? Да. Блядь, да ты заебал. Я тоже. Хочется? Да. Тихо, тихо, блядь. Не надо, ну, в моменте пролетают мысли. Бля, пацаны, вы вообще в аутсайдеры. Я понял, что надо делать, смотри, Сай. Аутсайдер. По теории вероятности, аутсайдер. Мне аутсайдер. Просто надо стать здесь. Залуп. Посмотри. Аутсайдер. Глупый человек. Человек, сделай, пожалуйста. Они в аутсайдерах, они вообще лохи, получается. У них осталось... 4, а у них 8. 6, а у них... Нет, слушай, блядь, у нас 5, это... 5, у нас 8. Когда-то, в 40... там, каком-то году. Неважно. Кто-то прошел половину Европы и уже говорили, что... Ля-на-на! Сюда, батя сегодня... Мне? Ляп-ляп-ляп, да. Нахуй! Рюжи, чуваки, вы жесткие. Вы давайте не побыстрее. А я просто, блядь, посижу. А, я, по-моему, так же начинаю. У них два осталось, у нас там шесть. Давай, Саня. Ну, мы же так начинали. Что-то напоминает, не? Сейчас, пацаны, у вас 3 стаканчика останется, и у нас потом 3 будет, так что не переживайте. Ему соберемся и выберем. Он выдохся с саниной ебаной. Да. Не может быть. Не может быть. 3. 2. Водки, стопки. 3 водки, стопки. 2 стопки, стопки. 2 стопки, 3 водки, стопки. Пошел. 2 стопки, брат. Водки. Саня. Ты в курсе, что ты единственный, кто в нашей команде попадал, и ты уже пьяный? Да, чувак, у меня еще экзамен 8. Класс! Ебашим. Да, Сань, нахуй надо? Элгут лучший университет мира. Не забывайте, что у нас есть колесо. Да! Кто-то забыл, что у нас есть колесо. Бля, ну может быть это просто дохуя? Конечно это дохуя, я тебе сразу говорил, блядь, ставь 300 рублей. Нет, 300 мало. Прикинь, как все охуеют, не показывай никому это колесо. А я уже показывал. А реально, покажи, ну, а потому, покажи 300. Нахуй ты это делаешь? 400. Ну, 400 сделаем, да. 700 это реально. 400. Все, погнали. Или выживание. Давай выпивай, нет, это не тебе. Давай я пей, не неси хуйню. А ты, сука, не пизди. А, как ты, блядь? Пиздел, верил я, дырявый, нахуй надо. У нас еще 2 жестких, а у них одно. Мел будет после часа ночи. У них печень, и у нас печень, и молоко у нас. А у них, блядь, как молока. Ужасно. Как это сделать? Это ням-ням-ням. Это неприятно, это противно. Это знаешь, это как не будто выйдет. Ты стоишь, и это нихуя не душ над тобой. Я вот думал, что кто-то меня чем-то поливает. Ну, не, ну когда птица срет, это еще приятно, знаешь. Главное, чтобы на куртку там куда-нибудь или на одежду. Это когда птица срет. Ну, это когда, да, я деньги пиздец люблю. Сука, ты жёлт. Следующий. Следующий. Я не хочу на это смотреть. Да, Кост, ты дабл взял. Пизда, блядь, дабл. Сюда, давай, нахуй. Тиммейт на дауне, даун на тиммейте. Сбал, нахуй. Глупый, бестолковый бомб. Ну что теперь, дают тебе твои бабки или эти? Брат, глупышка, не попал. Молчи. Не дыши. Брат, сделай эту суку. Сделай это дерьмо нахуй. Жек, поди в свой отсюда. Да вы тише, не, не смотри вообще туда, не надо. Он, когда не мы попадает. Не смотрим, он не попадает. А когда мы смотрим, он концентрируется и попадает. Ну когда я не могу сантиметров в стакан попасть, это уже что-то заговорит. И что? Один дезориентирован. Ну, наверное, нет. Блядь, ты зачем пил эти стопки? Просто можно было попить воды! Саня! Пацаны, это пиздец! Может, техническое? Нет! Налейте воды и надо пробовать. Ебать! Что ты будешь делать, блядь? Сука, чё сам, Саня, держи. Блюй! Не-не-не-не-не. Разлил, ты выбирай. Товарищ, что ты ему сейчас Снус еще залетел? О, там он есть! И в колесе есть Снус, пизда тебе, Саня. Бля, чувак, ты жесткий.
Блядь, поддержите, братаны. А можно сказать, что за 300 лайков мы выкинем с ним с мусорку? Нет. Пожалуйста. Нет. 300 лайков? Да. Блядь, ладно, я ебашу. Дайте полотенце какое-нибудь, там типа ванна есть. Да, вот. Может, блядь. Да, Саня, все, уже вау. Нет, там есть маленькое полотенце в раковине, даже дай его, пожалуйста. Ну, вообще-то пиздец. Я готов играть сюда не на деньги. Сука. Реально. На полке, да? Нет. А, что? Так похуй на этот стул, не? Ну, стаканом. Брат, видишь, у них там три стоят возле сразу, вот сюда, к перилам. Туда надо как-то нежно кидать. Не. Егор, тогда больше не кидай так, чтобы разливалось. Ну, подожди, нет, что-то в смысле? Там представляет, видел? Трогать стаканчики категорически запрещено. Может, категорически, сука, ты, блядь, реально. Да, берявый нахуй получается, давай. Кидай. Ладно, я поставлю. Бля, жарко. Да, тихо. Бля, только чтоб не было спинка, иначе он не позволяет. Да брось ты уже этот, блядь, мячик, я тебя прошу. Сука. Она бы черканула, как рикошет. Танках. Ну все, это наша песенка заканчивается, я чувствую. Потому что я просто я тебя просто всегда буду. I love you. Егор, попади. Тише. Нахрен ты. Тише, нахрен, блядь. Не сдался. Брат, попал. Я бы не снилось это. Ты, блядь, без пола. Бля, пацаны, что-то вы вообще сегодня, ну... Ты уже начинаешь злиться, да, Егор? Мне это не нравится. А мне как нравится, это пиздец. Ай! Доля воров. Сань. Давай, брат! Оу, oh, yeah. Сань, попади мне на водичку. Я буду Леброном и Джорданом, если я попаду. Обычно давай. Говорят Леброн и Джеймс. Джеймс, Леброн? Леброн, Джордан. Бля, пацаны, вы такие долгие. Сюда его дай. Бля, все, наша песенка спета. Как она тебя нахуй захуя? Да, песенка спета. Колонки молчат, покинул рай, берешь. А Клава Кока такая сочная. Сука. Сучка. Она, я сегодня на нее в ТикТоке так подписался, что так никто на меня не подписывался. Шучу. Да! Да! Егор! Брат, это хуйня. Мы едем вместе домой ко мне. Тише, тише. Сегодня мы едем ко мне. Один адрес. Ты лучше. Ты лучше. На, держи. Так, Миша, позвони мне сегодня. Длиннорукий. Брат, ну ладно, тебе похуй, я думаю, на это. Егор, нормал, дэнс. Что там? Две стопки вод, залупа. Сразу? Пошел. Брат, ты подбуханный будешь. Да, пошел. Сразу уже буду подбуханный. Бля, как попасть в эту хуйню? Смирись. Ну так прикольно, стоим низко. Рыбаш? Не, ты же не проглотил. Покажи. А почему ему никто не засекал? А там он выпил за секунду. Секунда 40. Пусть будет на секундомер, блядь. Пошел дальше. Блядь, ты опять снова ковырялся на носу? Ты такой милый. Хватит, блядь, ковыряться в этом ебучем носу. Ну, чтобы вы понимали, мы Мишу водили в барбершоп, чтобы мы вырвали волосы из носа, чтобы он вот так вот не делал, блядь. А он все равно это делает. Фу, ты такой милый. Бля, чумо. Это вниз, блядь. Давай, Егор, повтори, плиз. Ну, песню эту. Да. Сука, гниль. Жек Рахов. Отдай мяч. Кидай ему прям в глаз. Уже борьба, уже, знаешь, злятся, уже накал страстей. Чувак, 4 напротив. Жек, если 7. Ты попадешь, я поверю. Не надо. Просто брось и все. Просто брось, не попадай. Оп, рука. Да! Он руку выносит. Саня тоже кидал. Репорт. Саня тоже. Сюда, он наказывает. Вот так. Саня, он наказывает. Это уже началось. Сюда. Пей. Спасибо. Сука, блядь, на себе. Я не согласен. А-а-а-а-а. Нет, пидорасы. Блять, ну это на ваших глазах было. По-вашему это нормально? Когда чел, блять, у которого рука, как я, блять, ростом, вот так выносит ее просто, блять, и бросает с метра нахуй. Саня, когда вот напил три стопки, когда сжался, вот вообще вот так кинул. Ну не бывает, блядь, такого. Ты даже я промолчал. Я промолчал. Я против. Это месть. Ну не бывает. Напишите, поддержите чатик, напишите какие-нибудь, блядь. Напишите плюс в чат, пей, напишите пей в чат. Пей в чат или кидай, брось. Что-нибудь, напишите в чат, накидайте актива. Переброс, он уже выпил.
Товарищ судья уже меня стоял. Я же знаю, что там. Что там? Печень! Оу, щит, она еще не в холодильнике была. Ой, отойди, мерзкий. Фу, ты мерзкий. Какой мерзкий? Нет, ты мерзкий, ты очень мерзкий. Возьми стакан и положи этот кусочек. Да, вообще никто не сделал, да? Показываю вам. Да. Это мерзость. Бля, чувак, я такой хуйне задумался. Дайте стакан или тарелку, дайте тарелку. Лучше в одноразовый стакан, мы потом не хочу. Вспомни, чувак. Подожди. Дайте мне. Не думай, что это телефон, представь, что это карта. Подходишь? Подожди. А-а. Сука ёбаная, нахуй. А-а. А-а. Не надо, не надо. Ты понял? Да, не надо. Сука ёбаная. Да-да. Иди нахуй. Это куриная печь. Да я понюхаю её. Не, тихо. Убери, блядь, она камень. Да не в ведро, чистый. Фу, блядь, она такая мерзкая. Чувак, она такая мерзкая. Егор сам купил, да, сам съел. Похуй, вы не дождётесь, я не набухаюсь. Инициатива. Ребят, инициатор, фу, и все. О, такая знают. Мерзкая! Закрой рот, блядь! У меня руки трясутся! Не, я должен смотреть. Это тебе? Она еще хуже, чем тебе? Нет, это Егор. Накидайте лайков за эту хуйню. Давайте хотя бы 300 будет. Фу, такая хуйня. Инициатива, ебет инициатор, и все. Давай, Егор, знают. Закрой рот, блядь. Ну... Я не буду дышать. Это куриная, походу, я не знаю. Саня, можно мне воды сладкой? Перебить вкус. Да, срочно. Может помыть ее, блядь, она в крови. Помой, помой, помой. Иди помой. Помой, скорее. Или надо помыть, что я осуждаю. Можно я один кусочек под краном промою? Я мою ее. Промой, пожалуйста, и положи в стакан. Чистый. Чистыми руками. Я очень люблю. Какая-то шалава, просто рот. Просуши ее, салфетку, блядь. Ну, ебать, она ничего такая. Положи ее в салфетку и просуши ее. Акулы. Ну, слышишь, я сегодня, наверное, сегодня хочу, честно скажу, очко нормально. Оторви, пожалуйста. Мама, ну представь, какой жопа. Ладно, сегодня... Давай, кушай. Сегодня я так хочу, чтобы кому-то выпили сухарики с перцем, это просто такой сок. Это иди. Они там есть? Да. Вот эта ебаная хуета. Она хочет сзади. Которая прижжется мне, блядь, жрать. А нахуя ты самую большую взял? Я взял самую обычную, да. Ебанулся. Ну, самую первую чекну. Дайте мне попить. Запить, вот, вот, пожалуйста. Ты будешь пробовать? Я не... Дай. Дай. Я готов. Ну, блядь, это же пиздец, наглая хуйня. На счет три. Подожди. Давайте отчет, 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 отчет в чате. Три, два, один. Я ее ебашу. Три. Я снимаю. Все тройку в чат. Все ебашат тройку в чат. Не, у нас же задержка есть, поэтому. Похуй. Потом ебашат двойку в чат. Потом единицу, и после того, как ты видишь единицу, сразу начинаешь ебать. Идет? А, иди ты, блядь. Три. Егор, что вы скажете в свое оправдание? Троечку. Я Рахова выебу. Пошла. Вторая. Двоечка. Это очень сложно. Это... Двоечка в чат. Я вижу по его эмоциям, что ему сложно, ему трудно. Ну ничего страшного. Троечка. Единичка была. Сразу. Я съем. Убери тряпку. Я фу. Убери нахуй тряпку. Егор, спасибо. Слушай, Жек, можешь убрать ее? Что? Бля, ты ешь кишки, чел. Заткни, сука. А, кстати, да. Жесткая хуйня, жесткая. Блять, камеру пусти. Микрофон можно подать, там. Бля, я представляю, как жестко. Ура, выблевал. О, да, это просто смех. Невозможно, мне кажется, не выблевать, нахуй. Он блюет! Здравствуйте всем, сегодня вы на передаче ЧПП, и вы можете наблюдать картину, как человек блюет. Заткнись, нахуй!
Фу, рыбочина такая вонючая, убери. Фу, пиздец. Я в куджуте просто поел, простите. А что ты хавал? Самый главный вопрос дня. Бургеры. Да все, мы верим, можешь отходить. Что, съел? Несите стопки, нахуй. Я ее выкинул, блядь. Я могу помыть новую. Стопки. Нет, неси стопки, нахуй. Не, лучше стопки, братан. Ты что, ебанутый, что ли? Поставьте, блядь, за это лайкосик. Неси стопки, сука! Три минуты назад говорил, братан, может стопки между... Место да, печени. Вылив унитаз. Да, иди ты нахуй. Он говорит, знаешь что? Говорит, не, вы меня не набухаете сегодня. Дело не в бухле, братан. Так он вообще в дабл хуевую позицию. Он попробовал печень, выблевал, блядь. Еще стопки пили. Ну, нормально. Стопки природы. Всегда Егор, заметили, блюет так громко всегда. Всегда обходит в туалет. Кто-нибудь слышал СНР блевотину? Ну да, добро пожаловать на наш канал. Бля, может быть попробовать, но я ее не съем. Да, а я бы въебал, мне кажется, изи. Я тоже. В конце. В конце. Тут никто ее нахуй не съест. Бао, ты съешь? Ну, я хочу попробовать. Открой кто там, слышишь, я тут закрою. Или просто... Не, я знал точно, что я не съем. Как вы можете заметить, Егор не справился со своим заданием, поэтому я оформляю ему три рюмочки. Как-то так. Да, дерьмо случается. Вы сами это можете видеть. Ты что, ебанутый, что ли, блядь? Почисти зубки. Почисти зубки, я тебе пока оформлю. Бля, ты... Ну полная хотя бы не лезь. У меня такие же, сука, льё. Угу. Все мне такие. Ладно, следующий ведущий Егор ты, так что наливай сколько хоть желаешь ты. Чат. Покинула. Раз. Чат. Блядь, ну Клава Кока нормально такая очко. 2-3. Чтоб он уже был ведущим. Я никогда в жизни не буду больше ебать девушку меньше 50 лет. Реально. Почему? Потому что у них очень дрыщая. Миша печень. Да? Очень. У них очень ужасные ноги, у них нету вот этого формы. Вот это вот. С какого веса ты будешь? Ну, вес, скорее всего, из вида. Она может быть низкая. Нет, в смысле из вида. Ты сказал, не меньше 50. Значит, сколько ты хочешь? Саблезубы там нахуй. Значит, 55, да, должна быть? Тигровая, блядь. 51. Даже, наверное, похуй на вес. Если она блевотина не ходит, пока. Подожди, ты будешь. Да это не блевотина, я. Главное, чтобы она реально нормально. Здесь, блядь. Там его нахуй. Вот минимум, чтобы вот так вот. Накинул он голову. На остальном я похуй. Вот что? Вот, что? Нет, что должно быть у девушки? Вот. Смотри, минимальная жопа, покажу тебе. Минимум. И им покажи, им тоже интересно. Ну, да. Челы вам интересны и челюхи. Ну если вы скажете интересно, я покажу. Давай. Да заебали, вы все сухарики схавали, а мы даже перцы еще не купили. Так вот, сидит, жрет, блядь. Ну. Чувак, а ты, блядь, выпей. Отойди! Ну я тут, блядь, ну не ходи здесь, Саша, пожалуйста. Вот реально охуенная круглая попка. Покажи им. Отойди. Ты как считаешь? Саша. Да, обычно это, жопа. Саша, это охуенная задница, которая... Я охуенная, вот. Это реально жопа. Охуенная фу, задница. Просто пиздец. Охуительно. Ну, хз. Так это там твой друг, типа, тебя прислонил с него? Да, бля, друг, ну. Брат, всегда был надо делать. Бро, чистый. Девушка моя. Бро, сделай фотку, типа. Братан, вы фоткаете. Нет, я просто сейчас... Как в ТикТоке, да, вы хотели сделать? А это мы с тобой хотели, где честно? Помнишь эту хуйню? Типа стоим. У меня там очень кусочная задница, я хуй на это пиздец. Жопа вот такая. Че, погнал? 90. Ну засекай 30 секунд, поебать, похуй. Давай, расчет 3. Вот это. За пиво налью. Я вот смотри, я первую поднимаю, и отчет пошел. Стой, подожди, я за пиво налью. Подожди, Саша нальет, пускай, ладно. А ты еще и снимал, да, эту хуйню? На Телеграме я посмотрю, да. Я? Угу. Эй, я же снимал. А, да. Да. На счет три. Раз, два, три. Ну, 11 секунд. Пиздец, погнали. Лучше бы я сразу стопки выпил. Я тебе говорил, Егор. Бери, жестко. Блять, ну вот вы когда на колесе ели, я тут попробовать хотел. Я же не знал, что это такое. Я не пробовал. Сука, я не знаю. Как я попробую? Как на фотке? Как на видосе в ТикТоке. Брат, захуяй дабл. Тогда, блядь, ты получишь вес. Ты чеку зальешь. Ну, по сути, в этом нету жесткого. Нет, у меня в ТикТоке. Ну, а пока не базарит.
Бля, между нами. Глупышки, ну так мест. Что нахуй хуй? Прям по ней ударил. Бакол, тебе. Я знаю. Я знаю, где молочко, но не знаю, где печь. Чё ты хуёв жил? Не смотри на меня, это реально пиздец. Типа. Стой, Сань, не падай, не падай. Ай, блядь, видел нахуй, сука. Пока не кидают. Ты, сука, чуваки, хуёв. Да! Да! Сука, брать! Ебаная, блядь! Сюда я нахуй! Ты лучше. Сейчас мне печень покушается. Вот ты шлюху, ебаная. А, ладно, похуй, этот бёрнусь. Свалка. Брат, изи. А, хуета, брат. Ничего страшного. Что как? Чесночок. А, соус. А, соус. Дай-ка, у меня маленький разговор. А справа это топ на тире. Ну да, только... А ты кто? Я сейчас 70 никель закину. Ну ладно, хорошо. А тебя, Ренат Хан, я в рот ебал, понял? Хуесос. За что ты так его? А что он пиздит, блядь? Он тебя оскорбил? Да. Да ничего страшного. Да какого хуя я олень, а он кто, блядь? Ну окей, если на то пошло, тогда я Таню в рот ебал. Осуждаем. Очко ставь. Мы осуждаем. Мы сейчас осуждаем такую тему. Мы все добряки. Мы добряки. Ну типа, девочки, любите вас? Я просто говорю, что нахуй сос подырявый. Блядь. С тобой не поспоришь. Согласен. На равных, блядь. Вся мать. Может быть, газик? После стрима. Ну, после... Бля, чё мне так хуёво, брат? Сань, ты что, не добился? Давай, чё, Миша, хоть печень попробовать позже, так что посмотрим. Чё? Мёд, кис, свинопас. Свинопас, сам ты олень, понял? Бля, вы дали Бакуле, ну, доверили вот эту хуйню, он же будет 3 года чистить один часок. Он же кривоглаз, криворукий. Ответь нахрен. Я почистил, блядь, за секунду. Посмотрим, за сколько это, блядь, пьяная голова почистит. Ладно. Ты что? Эй! Да давай, все, хватит. Да все, мы верим, она чистая. Да дай его сюда, что ты делаешь? Сань, водички можешь налить. Давай водички. Ну что, уставали по пути, не могу понять. Где фанта? Почему это такой здоровый? Это после фанты. А, может колы тогда? Сравни, сравни, пожалуйста, положи. Воды просто обычно. Как будто его пополам. Что сейчас за хуйня? У тебя кто-то доброе слово вспоминает. Не надо мне на руку. Может кто-то в Москве, да? Я лью. Какая-то шлюха в Москве яма сидит, дырявая. А что, он закончил слово почти? Да, это последнее, да? Да. Давай. Можно один? Приятного аппетита. Нет, ешь два две, надо. Ешь две. А бакулу тебе даже запить не налил. У меня есть. Че, как она? Моя. Фу, бля, воняет, пизда. Под соус. Фу, бля. Да чесноком ебашит, пиздец. Ну, сейчас сахар реально, Жень, воняет. В черной майке уважает адекватных зрителей. Чувак, блядь. Тише. Успокойся. Всем дама. Привет! Дама, будь его. Да. Все, погнали дальше. Дама, снимай. Саша, давай, пробить, ага. Пошел. Да. Давай, все. Бля, может он сделал дабл в этой истории? Кто же он? Позови его, я хочу, чтобы все это видели. Так это мне. Саш, подожди. Саш, мне бросай. Пиздец, когда-нибудь нахрен закончится, смотри. Никогда не жизнь. Блядь. Я хочу дабл. Давай мне дабл. Воды. Бля, хочу так на столе это? В обычной воды. Да, ты уже бросать, я. Либо это центральной воды. Блядь. Кому ты это говоришь? Да, ты видишь, что левый стиль? Да, все. Как цифри город. Три напротив 6. Ай! Ай! Это лампа. А это крахар. Я хочу быть ведущим. А для этого надо сидеть. Это дылда, а дылда. Всем привет. Сижу, жду. Вау. Отойди. Ну, смотри. Шел третий час, как они кидают эти стаканчики. Да. Я согласен, я тоже так много. Просто кинь туда, в ту сторону и все. Ой. Какого? Ну ты хотя бы подумай немного. НАА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 А.
Женька. Оформляйся. А Саня когда будет бросать? Я кинул яблоко. Выпивай, выпивай. Давай, конечно. Все, я сюда, да? Мы пока только плюс два, брат. Это хуйня для детей. Ой. Ну да, это... А, ну это детская. Ой, Никита, да, хорошо, я сейчас ухожу. Пол лимона. Погнали. Лимон есть? Бля, в этом минус этой аудитории. У меня же аллергия на справа, типа. Ага. Выгони нахуй. Иди нахуй, все. У меня же аллергия на лимон. Что? Бля, они тут маленькие, может целый? Половину. Не, половину написано такая. Половину жди. Надо показать. Егор банит. Лимона. Не, я не баню. Вообще мы банить. Я мут просто даю и все. Да ладно, все, чел, ну вспылили и все. Подумаешь, мне не понравилось, что ты сказал, тебе не понравилось, что я сказал. В смысле, конечно. Мы же не дауны, мы не можем это продолжать. Чистить. Нет, ты должен тело чистить. Вот сейчас заебаться буду, не похуй. Она же не красивая. Добро пожаловать в наш клуб. Завтра же прахнуть. Зацените лимон, который мне дали. Нормальный лимон, что ты плачешь? Тебе попить дать? Хочу. Фу, горький такой. Да? Да подожди, может без шкурки можно? Нет. А, именно со шкуркой? Сахара могу предложить. Так обрежь половину. Брат, давай сахар. Нет, чувак, да. обрежь половину. Стой, подожди, косточку дай достану. Ой, да не, Егор, похуй, пусть он жрет. Он же... Не, команда, помогите, пожалуйста. Чувак, хавай. Команда против, помогите. Сука. Не, не хотите? Можешь съесть уже этот ебучий лимон? Ну, гоу. Нормально? Ну что ты можешь сказать? Пока не очень. Да что ты говоришь? А что это за стакан? Зачем он ее дали? Пол лимон. Да выкинул. Не, не выкидывай стаканы, типа, мы же еще. Может они отыграются. Хорош, брат! Саня. Так шкурку еще съесть надо, мужик. Ну, серьезно? У нас был разговор про шкурку тоже. Да, пол лимона. Ну как. Бля, кик. Ну как там с деньгами? Вот поэтому мы не заказывали у тебя, блядь. Это пиздец. Ты каждые рассказ... полсекунды скинь 100 рублей Рашкину. И... Жаль. Смотри, Quan 2M. Чё, пару раз мы тебя в чате увидим во время стримов. Если ты действительно всё. Проявляешь активность, то мы дадим тебе модерку. У нас недавно чистка была по модерам. Нам нужны прям активные люди. Согласен, Саня? Ну, согласен. Саня присутствовал, Ирахов, кстати, был. Мы курили калик с сочной девочкой. Да, мы обсудили это и, в принципе... Все, а теперь можно пойти кинуть шарик. Да. О, ну пора. Пора. Ебал, мы пока Сань. Плюс два. Сань, честно? Да. Сань, честно. Вот если ты подайся. Сань, ты реально хочешь бросить шарик? Да, я ж кинул. Я ж могу передать свое право броска? Или еще? Конечно. Разум, тогда, пожалуйста. Это у меня сейчас или Рахова? Это все Рахова, просто он вместо меня бросает. Два раза. Бля, пацаны, вы ебнулись, я же... Ты реально уверен, да? Я не знаю, держать этот стул. Нет, ты мне скажешь, ты уверен? Конечно. Бля, вообще завод будет бросать. Попал? Да. Прикольно стоял. Сколько раз я попал, Жень? Сколько раз ты выполнял? Три? А, ты Жиге попал. Два, два раза я попадал. Да, но я тогда так радовался. Ты можешь таки дальше попал. Я просто считаю, как вы правильно. А, можно хорошо. Раз уж ты попал, значит, ты должен ее перекидывать. Ага. Да! Я его ебал! Бля, сколько я чувак? Снимай. Держи. Сегодня мы спим. Надо уже три похуй. Погнали. Ты шарик. Давай шарик. Бля, повезло тебе. Везуха, брат. Можно сказать, что он даже не попал. Стакан воды. Повезло. То есть ты будешь пить стакан воды? Да, глупый. Подожди. Будешь пить стакан воды? Давай, хорошо. Я налью тебе воды. Иди. Ты не... Иди туда. Я устал. Давай, судья, что-то нарушает. Что-то кипяченый идет мне. Не, Егор, воды обычной. Обычной воды. Сейчас я работаю. Нарушает, давай, судья. Сейчас я на работе. Я тебе холодный даже налил. Ну. Что я нарушаю? Что он пиздит? Пацаны, не бойтесь, кто-нибудь из нас эти стопки по-любому выйдет. Честно, они грамотно разбирают нашу пирамиду. Вы этого не должны делать. Третий раз, она. Наверное, это слышали все. Что, ты кинешь? Ушко болит. Надо... Его говорят, может... Третий раз? Только головой не прикрывай. Давай. Да, может впасть. Дай, держи. Идем. У нас плюс один. Вот это. В чем суть? Когда у них у нас было 7, у них было 3. Ну как всегда. А сейчас 4 на 3. Больно. Ну, в итоге они потом 3, блядь, подряд попадут и будем их. Не, подожди. Рахов. Лошу. Ну.
Не, можешь брать, все нормально. Бля, я не знаю, как тут выстрелить. Я не знаю, как туда выстрелить. Я не знаю, как эту хуйню. Егор все выкинул. Весь стресс, он сейчас просто... Да. Холодный. Кстати, выкидывает. Стресс ушел, вот эти нервы, вот этот негатив, он ушел. Я даже стену не хочу бить больше. Потому что, блядь, пирамиды разные. Ну почти. Сейчас спорняю. Да нет, никогда в жизни. Запомни. Брат, найди это, нащупай и передай мне вот это. Никогда не могу. Нельзя! Запомни, нельзя быть таким самоуверенным. Никогда. Меня Егор грузит уже, все, пизда, пошла вода по горячая. Мужик, у меня реально, у меня только одна просьба. Рука? Не делай рука. Просто. Пенальти! Не выноси этот локоть! Пенальти! Не выноси! Бьё, так сюда. Судья наблюдает. Судьба... Ой, судья. Давай по локтю. Два на два, да. По локтю? Сань, ты бросай. А вот ты когда хрен... Ты понимаешь, если я вижу ошибку... Мы просто общаемся. А, вот это что? Ага. Ну. Ага. Что было? Ты вылез чуть ли не за это. Окей, давай перекинем. Окей. Если правильно, то я перекидываю. Давай, Сань. Я ж вылез. Сань, судья. Сань, судья. Я судья, ну куда? Жёлтую карточку. Жёлтую карточку. Это предупреждение, предупреждение. Если что, стакан. Просто шарик стакан. Предупреждение сайта. Не, Жека, ты, сука, не принял ни ту сторону вида. Я уже жёлтый. Когда они уже, блядь, когда они уже попадут? Я нормально разъебусь. Для вас там подальше. Пацаны, я же вас разъебал один соло. Так долго. Ого. Арахово. Блядь, ну как попасть? А как вот попасть? Сука, мразь. Не двигай этот стакан, так тяжело, реально. Блять. Ну я не знаю, что ты делаешь. Может ближе сдвигать, это мы... Годно. Не, когда сравняете... Не надо ближе сдвигать. Давайте хотя бы на 300 ближе. Послушай. Блять. По локтю так же? По локтю. Спасибо. Заметь, я вот делал четкие движения, как дартс. Ты когда в дартс играешь, у тебя вот плечевой, да, сустав плечевой не работает, а локтевой, локтевой присутствует, понимаешь? Сейчас нахуй. Бляди. Нет. Я же много вахуй. Ты еще локтем добавляешь, так нет, так не играют. Ну, мне, я же не знаю. Саша. Ну да. Соберись, пожалуйста, Саня, уже пора бахнули что-нибудь сделать. На позицию, Саня! Ты чуть головой не уебался, а ты... Вот, встал на позицию. Давай, судья, желтая карточка должна быть штрафная скоро. Никаких желтых карточек! Контролируйте все! Послушай! Контролируйте! Ты меня так поддерживаешь, что мне аж неловко. Нормально, Саша. Я просто... Контролируйте локоть его. Я не могу! Все, смотрите, смотрите, все. Делай дело. Играй себе. Да кидай нам просто. Все, ты мучаешься. Он уже охренел. Он что с ним нож? Саня, я с тобой. Давай. Пожалуйста. Соберись. Ты же мужчина. Так нормально кидает. Ну, нормально он кидает, слушай, между прочим. Саня, не садись, тебе пиздец будет. Да, мне уже. Я, это нахуй невозможно, блядь. Давайте немного сдвинем, не? Не нет, как, нет, не нет, надо. Нет, по правилам. Ну, послушай сюда, по правилам. Сколько уже играть, это полтора часа. Ой, блядь. Блядь, да, я его, сюда, да, вот сюда вот. Успокоиться? Да, прям. Бардачок. Я уже второй раз так, заметили? Второй раз. Закину снюса, пожалуй, да. Я бы снюса въебался. Ну, Женёшка. Ну, Женёшка. Ну, согласись, ты надо. Нет. Женя. Я реально. Будь человеком. Ну, мы же идем на равных. Нахуя тебе это преимущество? Да ну нахуй, там вообще миллиметр хуйни. Я второй раз попадаю. Фух. Говорит, что меня вы контролируете? Да я вижу. Ну ты мне. Попробуйте от пола. Да! Брат, ты можешь же вот так становиться? Да, 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 все. Это молоко. Это молоко. Отлично. Я знаю, что это молоко, пацаны. Ебаное дерево. Реально? Да. Ну все по пенке мы судили. Ну давайте посмотрим. Что это было? Да, показал? Да, его. Не, шарик мы не будем. Глуп. Слушай, лимона, пиво. После лимона, пиво. Говно? Да полное дерьмище, дайте после мне. Лимона, шарик. Пацаны. Шарик, пиво мне надо поговорить с ним. Просто. Где шарик? Да, молоко в рот. Бля.
это молоко в рот. Это мужицкий дождь. Давайте мне молоко. Ага. Им сложно попадать, им сложно ловить. Женя, майка, если что там. У меня есть майка. Бля, смотри, какой у них стыд. Оп. У меня есть майка. Мы 3-3 ебашим? Да. Ебать мы тогда. Сань, я сравнял. Красавчик. Нет, нет, мы оба молодцы. Это реально, это общая заслуга. Красавчик. Никогда в жизни не говори, что кто-то красавчик. Нет. Ну да. Мы вместе это сделали. Раха, книжки, лос, реально. Пупсик. И сразу молочного. Какой цвет подсветки? Кстати, да, Евгений Рубзевич, в Гомеле дождь. А как ты понял, что в Гомеле лил дождь, ебашит? Нормально. Можешь закрыть окно? Я считаю. Не, закрывайте окно. Где ты? Вы мусорку выкинете? Помой в раковине. Давай. Они сидят в мусорке? Помой в раковине. Помой в раковине. Готов, мужик? Это в мусорку и салфетки. Стоп, и три подождите, раковины. А возьмите сразу тряпки половые, давай, чтобы братан, убрать это. Помой три рюмки и все в раковину. Да подожди ты. Два стаканчика. Подожди, засейвить носки. Да, давай, засейвить носки это серьезная тема. Жень, сколько ты лил мне? Ты можешь шаг вперед сделать. Еще половину. Я руку могу вытянуть. Еще можешь вперед пройти. На версию трех. Телевизор. А ты закрой глаза. А то он в глаза еще летит. Ебанё пачка, так там нехуй попадать. Тихо. Не спеши. Погнали. Жека, ты не хочешь постричься сходить? Не, хорош, хорош. Бля, Егор, ты не щадишь. Ты немножко переборщил, мне не кажется. Ля ты крыса. Ля ты крыса. Пиздец, тупой. Ля ты крыса просто. Услышали, я не пью? Да. Да. Ну такое было типа. Нет, раз два. Не, кому-то себе нравилось, брат. Ну молоко вкусно. Опять донатить 3 места, все равно заберу в топ донатерах. Хех. Уверен. Когда вывел деньги на вебмане, да, Никит? И некуда их тратить. А он встречается все еще? Не надо про это. Не надо. Почему? Траху зачем? Ну, ладно. Я знаю, куда тратить можно. Нет, это женщина вообще. Иди, неси сюда. Надо. Там на кармашке должно быть соль. Бля, надо... Это... Слушай, а почему я выпил полторашку пива, а такое чувство, что я... Ну ты же не только полторашку пива. А, 3 стопки. 3 стопки было, и у меня бывает хуйня. Пиво, блядь, тяжело пить, если честно. Ну да, примерно так, да. Лося не забудь за донат. Кто кому ебашь лося? Миша Рахова. Миш Рахова ебашь лося, не щадя. Блин. Нет, вообще. А, Миша Рахова. Рахов убийца, да. Ну, Рахов... С Раховым хоть заболит. Да, но у меня зуб болит. Ну тогда аккуратно будет. А у кого он не болит? Не, ну так нельзя. У всех болит. Ну, у да. Миши больше, у него лезет. Третий день на бейсбол сейчас не шарится. Тань, давай поиграем. Нет. Приезжай, ты будешь участником чипа-папанга. Да. Жесткого, мощного, специально special for you. Мы приготовим special задание. Бля, прикинь, сейчас еще раз ты охуедешь? Поэтому приезжай, дорогая. Я скажу тебе, типа, горловой банан. Горловой банан. Ну, это классное задание, но это классное отсосать задание палец, Саня. Ну, для парней это зашивары для... ебаны. А, Раха, Миша, все, ебаш ты. Жек, ебаш. А? Окей, Танюш, ждем тебя. Я не подскажу. Это не, ну, дальше 3. Раз, 2. Так дети били в садике. Ну это вкусно выглядело, не надо. Не надо, это выглядело реально вкусно. А, блядь, зуба. А, бляха, муха. Ну что, Егор? Трипл будет? Трипл килл? А, нет, так я ж сейчас, у меня серия заново началась. Нет, это дабл должен быть. Дабл? Второй. Ясно. Саша, ты что собрался? Напился и начал, ну... Пьяный мастер? Самое интересное, что я не напился, меня пиво сильно разъебывает. Типа водку я могу... Да, у Вики классные сиськи без пизды. Да. Бля, у вас сложно стаканы стоят. Я от стенки уже забрал. Санёк? Да. Идём ко мне. Давай. Подержи, братик.
Подержи меня. Закуем. Ай-ай-ай-ай. Загорелось солнце над ебалом сутки позади, но мы не спали, молодые боссы. Будто Пабло едем забирать пакеты с налом чурния. Бля, это Моргенштерн. Это Моргенштерн? Молодые. Да, ладно. А что за шутки про жопу ебала? Я где-то опять копилку светанул. Загорелось солнце над ебалом. Сутки позади, а, но мы не спали. Молодые боссы, Бутла Пабло. Я только Кизар еще могу так, блядь. Заге... По срочкам разбирать. Чурния! 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 Есть! А кто последний? Миша. А, толстый. А что ему ебашим? Все ебашат под затыльник? Да. Окей. Нет, кто-то один. Я думаю, что пока... Нет! Пока, как стоп! Нет, все вместе. Мы... Иди сюда. Мне все видно. Нормально. Если я вижу в чате это. Это относится ко мне? Относится, я считаю это. Да. Иди нахуй, брат. Я так решаю. Да, я... Ладно, стоп. Давайте все по местам. Саня, а, мы, кстати, идем. Не заметили, идем, идем. Надо въебать чурния потом. Все. Пока Миши нету. Все. Участники, участники, нема. Да прекращайте, ё-моё, три места моё. Короче, у Никиты будет третье место. Никита просто еврей. Он же не еврей, глупыш. Давай. Да. Давай. Ладно, Миша пришел. Да это под затыльком либо все. Бля, бля, чувак, ты жесткий. Давай. Покажи лицо. Мерзкий. А чё, так работает, да? Да, я буду. Ебаш. А, 4 на 3. А, 3 на 3. Может, сближаться будем? Не надо. На переднике кидают. Не, мужик, я оттянул руку. Я оттянул, локоть был здесь. Не, я не говорю про локоть. Я говорю именно на переднюю, которая впереди. Бля, да это unbelievable был какой-то. Может быть, постепенно сдвигать, пацаны? Я думаю, что еще можно 3 раунда так, если что, сблизимся. Станем немножко ближе. Сблизишь. Я не хочу с ними сближаться, они мерзкие. Нет. Такое. Мужика попадет. Такое не попадет. Глупый. Я не забыл максимально. Саша, локоть. Локоть на базе, нет! Но он не кинул. Он целился. Он вас просто напугался. Я вас просто взорвал, батюшка. Это очень тяжело. Я уже не накидывал. Саша. Я не накидывал. Саша, иди построй. Да это я ебал. Джек, сюда, да. Какой? С ума сойти, развалиться вам нахуй. И забыть про это. Мы хорошо стартуем. Мишки, три стопки, я был на чуле. Ты сегодня побудешь мерзостью. Давайте я налью, что ли? Ну что же уже? Что ты тут сделаешь? Вот они, три. Полных, как он тебе. Ну смотри, обычно. Ну не полностью полный. Надо пойти, да? Раз. Что-то приостановило. Спасибо за донат. Два. О. И третье. За последний раз кинул. Чекните ли? Не за что. А между прочим. Мой-то бросочек следует. Пусть въебет. Там все хорошо. Что сделал очень тихо. Музыку надо поднять. Поднимай. Где пульт? Я же поднимаю. Поднимаю. С тобой больше не дружу. Пойдет. Еще печень есть, вот. О, да.
хочется кирешек, да, хотя бы чем-то, блядь, перебить этот путь. Не знаю. Нагло. Клава, спасибо за да. Спасибо за да, брат. Жестко, да? Я понял, у меня рука тяжелая, больше не наливаю. Так он не сразу заливает, а постепенно глотает. Бля, братан, последний. Здорово, здорово, здорово. Всем привет. Всем здорово. Закусывай, закусывай кучу. Сделано. Пошли дальше. Сделано. Люди. Я хочу, чтобы ты это видел. Надо тише. Да. Она стойка. Бля, ну музыка такое напряженная. Напряженная. Есть спортивный интерес. Я просто что-то пишет. Я мой какой красавчик. Я знаю. Молодец. Что? Фух. Один же стакан. Два. Ну и пять дней. Мы набирали сил. Пять дней мы плакали. Как мы уже будем. Да не надо, не правда. Никаких слез, никаких слез. Была радость нахуя. Бля, он как фанта. Так мы и второй наливаем бокал еще. О, Вика, привет. Наконец-то ты зашла в чат. Кусик, привет. Что за внимание? Мы просто в команде. Давай. Пол бутылки? Или может даже три? Базар был на два стакана, пацаны. Базар был на два. Ну это же, блядь, задание для этого. Это же не для колеса. Ну ладно. Ножку ты согинаешь. Не, ну не так. Просто на кончик. Ну три коса. Как вырешить? Я думаю, что был базар на два, давай два. Все, ладно. Давай два. Давайте сюда шарик. Шарик, шарик, шарик. Может шарик? Шарик не умеет. Саня, отправляй. Скучал, все скучали. Я скучал, тебя давно не было. Знаю. Катик чуть попозже. Хотя, если быть точнее, нас давно не было. Скоро? Свободу. Водяра, конечно. Скоро? Ты сейчас будешь. Ну, спасибо большое, Владик, за донат. Приятно. Бля, живот подсобился. Бля, ебашит, пиздец, чувак. Мы должны ебать, я тебе говорю. Ну давай. Погнали в глазах закрытыми ебать. Давай, блядь, кидай. Я думал, мы отошли туда. Бросай, нет. Не слушай их, они тебя сводят с ума. Слушай, это слушай, я покурю, то вторую. Работать надо, чтобы донатить. Давай, 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 давай вот сюда. Бля, уж думал, блин. Давайте 300 лайков по стопке. Кстати, да, не забывайте ставить лайки. Да, в лицо попал. Лайкосиков у нас, конечно, да, проблемы уже с этим. Надо что-то с этим придумать. Да! Ты съешь! Есть, сука! Как ответка? Ответка бомба! Ответка. Я добил, добил этот стакан, добил. Хорош. Что там? Что же там? Да тише, чуть тише. Будет казик, сегодня будет казик, да. На, забери его. Фу. Шеф понял. Ты специально такие лимоны покупал, блядь? Ну, лимончик.
Ну что, пока Миша мне готовит задание, я думаю, что мы можем пообщаться. И я пока узнаю, что это было за задание все-таки. А, пол лимона. У Миши канал. Осуждаю. Да, 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 пусть так. Можно мне немножко? Не-а. Все или чисто, мы ты ешь. На 300 лайков Миша пообещал, что будет выполнять что-то из стаканчиков. Шелки нет. Бля, мы знаем, что у нас осталось. А тут осталось 2 стаканчика, а там 3. И куда он попадет именно, то он будет выполнять. Брат, о, кстати, заберешь... повелитель мух, привет, я не видел брат, чат. Давай ты заберешь. Здорово, брат. Этот, а я тут буду дрочить. Со шкуркой, да? Да. Че вы как? Зарядись свежестью с Хоббс. Залупаешь. Что там? Лимон у него. А, Егор, ты лучше, ты сможешь это брахнуть. Он бабки тоже противный, но... Если это дабл, я вообще закончу все. Ты что, блядь, начал свою жизнь? И там и трипл? Там и трипл, брат. Постарайся, на молчаночке. Закрыл ебальник, кинул все. Промахнулся, как на колпе улица. Так нормально? Ай-ай-ай-ай. Миш, как так можно? Саша снова кинул Настю в ЧС. Разблокируй точка, Саш. Ведут, хватит видите, совмещать видите. Личное со стримом точка. Ты сам говорил, стрим это одно. А в жизни ВС по-другому и бла-бла-бла точка уже слова даже нельзя написать. Ну что, занимаем позиции. А я этому уебищу говорю, что если она выводит из ЧС, на этой камере, скорее всего, меня больше уже не умеет. Шлюха, Наталья. Это не печень, меня таким не возьмешь. Не давай, давай, кто? Ты! Егор, ты! У вас осталась печень по 2-2. И бутылка пива. Минута. Давай, 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 поменяем позиции. Скоро ты что, лайк по телевизору? Уже скоро? Я на 300 просто печень тогда попробую съесть. Ведро помойте на 300 лайков. Ты здоровый, что ли? Ты блевал, ты и мой. Ну, блядь, как это? Я за сяси замачивал. Давайте считать, что я сегодня сяси. А я за Сани. Бля, не в тот! Это вода обычно! Вам сюда надо попасть, ты что, где ваш это? Не в тот попал! Здесь у нас обычная вода, мы... Бля! Бля! Да ты нахуй! Я дал. Приверни к вам, приверни к нам. Что это было? Это же вода. Короче. Там... Сейчас я жидкость достану, подержи. Быстрее, быстрее, держи. Там обычная вода, короче. Я вообще поняла, на чем играть. Ну я быстро, 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 бля. Да что, зачем прыскать? Я промою клаву. Это диэлектрика, она ее спасет. Да все, не надо. Все нормально, теперь переверни и вытряхни. Возьми салфетки. Отключи ее на секунду. Дайте салфетки. Играйте пока. Это хорошая штука. Полезная. Кто-то вас хейтит. Ну что, кто? Жек, ты? Послушай, у тебя я. Заодно жир... играть. Заодно от жирных рук помыл. Не за что. Спасибо. Пацаны, стоп. Далеко стоим. Ладно, подключи клавиатуру, она тебе пригодится. Тут на равных играет. Егор. Держи. Ну то, что далеко. У нас парень стакан очень близко стоит. Бля, на краю. Я, бля, чё ты за нахуй? Ой, давай сюда. Джексон Рахнич. Да, мимо ушел. Я думаю, надо поближе. Ай-ой-ой-ой-ой. Ходят. Накидайте 300 лайков. Водка тоже диэлектрик, так там вода была. Водка, она на 40% спирта состоит. Ой, стаканчик тоже. И на 60% с водой. Накидайте, пожалуйста, блядь, лайков. Бля, прикинь, за что бывал. Мы попытаемся вернуть прежний актив. Пристреливаемся. Хоть это и очень сложно. Я понял, он неосознанно никогда не бросает, запомни. Да. Это что, что? Ну, борьба, я его длинный закрыл. Набухаю его прямо сейчас, да, why not? Он и так труп. Кто? Шутка. Кто? Кто? Ты.
Ну, честно говоря, сам знаю, это же от тебя. А? Ну, я же попросил, мое желание. И учитывая, что было завтра, поднимемся послезавтра. Да, поставь. Я отойду, я не хочу это видеть. Блядь, ну почти, это вот это. А ты смотри, мы смотрим, а ты смотри. Я не желаю видеть. Блядь, да я ебал. Если мое желание учитывать. На балду не попасть. Ну надо нахуй на шару закидывать, по-другому никак не закидывать. Фу, раз, после этого я учу. Саня! Я думал, надо сдвигать. Товарищ судья, локоть был! Давай, чтобы перестреляться. Товарищ судья, вы следите за игрой. Товарищ судья, хочу жалобу подать на человека. Что там было? Вот так. Да уже, блядь, вы уже пьяные и далеко кидаете. Ну там осталось два стаканчика, это тяжело. Нет, ты игрок. Нет, у нас командная договоренность. Вы не лезьте, у нас своя тактика. Да, игнорируем. Бля! Вот об этом я и говорил. Может, сука, это было перестрелять. Это было перестрелять. Бля, думал, не заберись. Третий повезет. Сюда, дай. Как нам понять, кто выполняет тогда пацаны? Ну? Это Егоров был бросок, то кинул я. Дальше можно. Да, сейчас его бросок. Сейчас я, если что, я понял. Ну это все равно было здесь, согласись. Да, когда пристрелишься, это гораздо проще. Они ошибаются. А, поднимите актив, пожалуйста, в чате. Я вижу, что 160 человек нас смотрит. Это... Блядь! Терпимо. Накидайте, блядь, не знаю, плюсиков там, что-нибудь. Может, вопросы позадавайте какие-то. Напишите что-нибудь в чате. Блядь! Да! Актив нам очень нужен. Да! Бакуля! Бакуля, потому что это Бакуля. Бакуля, что там? Все! Все, видели, стопки готовься. Попробуй, брат, ты же дай попробовал. Нет, там другое. Там что другое, очень много написано. Одна бутылка пива, минута. Не надо. Осталось. Я перерабатываю. Я не каждого. Каждого, а если мне неприятно, ты хочешь... Сейчас, можно 20 секунд, окей? Блядь, я после сидоров, после сейчас этого пива. Ты самовыражаешься так, как ты ощущаешь. Если ты ощущаешь, то что? Сказка, да? Я готов мне до пятницы не приходить. И я готов на это пообещать. Есть. Если право, слово тебе есть свое право. Без. Окей, все. Привет, это. Барри, ну, что тебе, что пиво? Ты въебал? Да, пиво въебал, блядь. Ну это изи. Да. А что стало? Вы бьете дешевые, по-моему, печень. Из светофора. И все. Нет. Один? Да. И у меня еще бросок за то, что я упал, и бросок за твой бросок будет. Давай, полетели. Независимо от этого. Раз. Два. Да, воздух надо брать. Не, мы пропадать больше не будем, просто нам нужен был психологический какой-то разбор полетов. Да изи, ребят. Смотрите, Бакула даже в отражении будет телефона. Он пьет это. Чтобы не было манты. 10 секунд. Чё, больной на голову, ебан? Проверяем. Ну, чуть-чуть. Бакула. Серьезно? А как нас так можно... Да, он въебал его, там нету нихуя. А как он выпил? Он его сжимал и давил, а я понял, просто вытягивал. Он ёбнутый. Давайте, кидайте дальше, погнали. Давайте сюда мячик этот, блядь. Ща, пацы, 2 минуты. Так там осталось печёнка. Так там уже рахова очередь, похуй, давай мячик. Тогда вот ты можешь... Да нет его. Ну что ты пиздишь? Не пизди, никогда в жизни. Сори. Это типа у меня нет мячика и макбука, да? Вот такая история. Ну шо? Не щадишь, сука, не щадишь. Душишь. Давай, Иван, сделай это. Бакула, ты просто... Твой последний. Всё, я просил. Ещё, брат, отойти. Сань, дальше твой тейк. Бакула, знаешь? Давай. Это мсика. Я зарядил его, наверное. Ваш стрим спасут только бам, так его неинтересно. Я уже не брошу. К нам не приходят девочки, брат. Саня. Потому что мы живем в таком городе. Уже ближе. Ты сам должен это понимать. Напишите, что, блядь, засирайте чат любыми вопросами. Чем хотите. Чем хотите, пожалуйста, блядь. Потому что нам нужен актив жесткий. Чем больше актив в чате, тем... Давай, ты 3, я 3. Скоро за такие стримы. А у нас не трэш-контент, ничего у нас не будет. Сюда! Хорош, брат! Это мне.
это Егор. Ух, блядь. Миша, включайся, да, в движуху. Я сегодня... Я сегодня на диджея. Да, почти. Можешь попробовать? Почти, да, почти. У тебя там или сидр, или... Или водка. Он скрыл, ну, водка, он скрыл, он скрыл от всех. А водка всех была. Сидр или... Масло было. Печень была. Сидр или что? Молоко. Было. Один стакан сидра. Сидр? Два. А что у нас последнего осталось? Кто помнит? Давай два сидра сюда, похуй. 300 лайков? Еще нет, еще только 299. Бля, что у вас осталось? Дай вспомню. Я сам не помню, пытаюсь вспомнить. Масло выпили, чеснок ели, лимон ели. Газик будет. Сидр сейчас пьете. Стопки пили. Стакан пива пили. Стакан пиво пили, сидр пили. Вода. Вода ты пил. Нам предложили за 300 лайков. Вонючая брлячина конченая. Дешевая нахуй. 2,5 рубля стоит литр этой хуйни. Она не может быть вкусной. Масло выпили? Да. У нас я знаю что. Что? Печень. А у вас? Кто печень? А у нас? Короче, чеснок ты хавал, масло ты пил. Да. Потом Егор лимон ел. Печень была. Печень. Лимон, сейчас сидр, пиво было. Даже никто не знает, что выпало, пацаны. Молоко. У вас печень, а у нас? Где там не печень? Есть криптокошелек, могу закинуть. Ладно. Биткоин принимает донаты. Можно донатить. Я знаю, что у них. Просто ставь в долларах и можешь. Хрен, точно. Личную неприязнь надо оставлять при себе, да, мы это знаем. Но этому человеку это не доказать, он считает, что... А за сколько сейчас я бы купил, ебал? Как это так? Вы что, не можете принять? Я этого не понимаю. Не знаю. Ребят, можете сказать, мне тупо для себя интересно. Я побил рекорд часика или нет? Говорят, что да. Это первый стакан, Миха? Это уже второй. Ничего себе, вкусно? Фу, говно ебаное. Может мне на крипту закинуть, братан? Дай смешать. Я тебе дам ссылочку, закинешь мне на крипту, если хочешь закинуть. А чё тебе? Мы же все тут. Нет, так у тебя есть какой-то кошелёк? Так а зачем? Он должен задонатить. Хлопцы! А он говорит, я не могу, могу закинуть. Просто разделим. Ставь просто USD, из USD открыт. Криптокошелёк есть только же у меня здесь, правильно? Всё, кидайте. Идите. Паша, погнали, Сань. Ну и скажешь там побить, чё? Сань. Ну да, бабы до 5 воли, поэтому до 15-го. Уф. Стакан с водой можешь подвинуть право? Нет. Давай уберём, можно. Нет, поставь право на место. Поставь на место. Он же в него один раз попал. Конечно. Братан, давай, твои разы. Хуи пина. Два раза? Или два раза. Что? Ну, почти, там... почти попал. Там один на один. Осталось по одному стаканчику. По одному. Это самое прикольное, что попал. Еще один раз. Потом три раза. Я же поддался. Я уже мэк не помню. Немножко я тоже траекторию не помню. Блядь, попади, пожалуйста. Инстаграмы есть, все есть в описании под стримом. Ты три сделал уже? Нет, третий человек. А вы уже потребьете? Вы по нашей. Сейчас бакулы получается ход. Я два раза бросил. А, значит твой. Будет ли вести канал, если активность не будет расти? Нихуя не будет бросать. Все опирается в финансовое положение. Мы выполняем по три. Если ты бросал сейчас первый раз. Как пойдет по бабкам? Это было сейчас ты вместо бакулы бросаешь. Это и это будет задание с кишку. Потом Егору. Хотя это не будет задание Сани. Квартира дорогая. Стримы такие вести тоже деньги нужны. Не знаю, как пойдет. Дальше мои, да? Сейчас еще мой последний. Ой, это именно твой движение. Сегодня пельмени руками уже. Культяпками по башке погибли. Бля. Ай, блядь, уже рука болит. Ой, блядь. Я закрыл глаза, потому что не хотел давить. Тут раунды пошли все. Куэ! Давай сюда. Настя, ты слишком много борщишь, тормози. Если реально сейчас перебаню, я сам. Не, полчачка не надо. Я, конечно, понимаю, смех смехом, но... Ты реально какую-то дичь начинаешь высирать. Блядь! Да, ты должен сделать. Саня, принимай. Сейчас Саня бросает... Казик, будете играть? Я не знаю. Ну, в плане, когда деньги закончатся. Можно 3 на 3 сделать просто, потому что мы тоже... Так, ну 3 на 3 играем. Без понятия. Не, блядь, что-то третий. Не, ну, я думал, сейчас вообще попаду. И вот сейчас. Блядь, Сань, ну тормози. Вода. Это вода. Тянул время пипец тут.
фоткаться, да можно, да. Что за вопрос? Все, у меня третий был. Получается, Рахов, если попадает, то на меня. Не забывайте, кто хотел уничтожить одного из персонажей, вы можете накидать на колесо. И человек будет выполнять колесо. Вот колесо, колесо, вот. Вот колесо. Три Егора. Кто? Я четко понял. И его нужно будет обязательно выполнить. Сейчас ты мне Егор? Обязательно. Да. Потом в боку я тоже. Это обязательно условие. Не важно, как ты будешь эту печень есть, хоть нарезай. Самое охуевшее, блядь, колесо, за которое хоть нарезайте. Но вы должны будете это выполнить. Ладно, мы. Давайте играть 3 на 3. Вот сейчас я в этом тоже участвую. Мы с тобой сейчас, да, играем. Первый раунд, второй бросок. Не, можно будет. Конечно. А, то есть тогда, и тогда пока я с Рахом бросаю, мы друг другу. Мы не звезды особо, мы сейчас звездами не... Я сейчас точно звездой не позиционирую. Какой-то, блядь, там, популярный. Да что такое, блядь, на себе? Закати туда эту малую. Факт то, что мы реально пьем. Fuck off, fuck sleep. И накидайте что-нибудь в чат. No flake, down. Нихуя, нихуя, иди поспи нахуй, сыночек, блядь. Ха, ты что, ебанул? Могу пройти. Раз, раз, первый, нахуй, запомни, да. И Александр... Они просто хуя. Ооо, Александр дубовец имеет. Я должен завершить эту хуйню, чувак. Да, я уже, все, я уже трохи готов. Я тоже готов, честно. Блядь, ты идол, просто, ты пиздец! Ой, блядь! Сука, блядь! Все, Сань, три было, по три. Я ж после, я в два раза кинул. И ты два. Он три. Сань, по три раза кинул. Может, Бакулин последний, сейчас добро. Нихуя. Я три раза бросил. Саня, чекни инсту. А как получается так, что первый я раз... Один, я один, я три. Саня один сейчас перекинул. Сейчас я кинул, я кинул. Хорошо. Давай я тогда четвертый кину. Ну ты давай. Не, а просто Саня 4. Я стул сразу въебу. Самарский. Да, Саня 4 кину, он уже не понимает. Ни с кем не общаюсь. Давай, абсолютно. Я четвертый, потом ваши. Да, смотри. Я не знаю, кто Самарский. Нихуя. Бля! На! Собирай! Ну ладно, с водой бог. Нет, это с водой, поебать. Они же грязное пить будут, не могут. А, кошелек. Джексон, Марк. Сейчас кину блокчейн. Джексон! Евгений! Нихуя, ты же Милибру. Сейчас, сейчас, шагуй, шагуй. Сейчас, вот она уже. А, скорость. Ай, иди сюда, нахуй, сука, не кричи. Не кричи, молчи, нахуй. Я два кинул. Братан, а в чем ты будешь закидывать? В битке или эфире? Саня, здесь меня не видно. Там такая сука! Хуйня была, блядь! Там такая хуйня была! Ты что, ебанутый что ли? Ты вместо Сани? Да. Если в битке, сейчас скину тебе. Да, ты хуй, так, ну попитый парень, согласись? Лашу! Санёк! Сань! Мои три! Три! Окей. Либо я свой скину, либо либо на умею. Давайте пододвинем, отвечаю. Не, не надо, нет, брат. Потное. Не надо. Почему не отвечали? Блять, брать. Потому что онлайн был, блядь. Блядь, ты видишь, они каждый опасно. Ну хуй понять, куда тебе. Прицелился. Пизда, ну куда эта рука ведет? Сюда кидаешь, даже не сюда. Я понимаю. Не говорим это, не говорим это. Он же не видит. Бакула. Почему ты так отжимал? Слушай, реально, я только сейчас понял, что Бакула ж кидает на шару. Да. Мой. Лекарство пил, да. Коктейль Молотова. Сань, локоть. Нормально. Я нормально. Мой последний, да? Да, и мой уже все. Ты уже все? Да. А сейчас я? Бакула, ты же не попадешь. Сюда давай. Так, он кидает. Я понял, это далеко. Смайлики с... Я понял. Сейчас что-то залетит, наверное. Ну не думай. Даже не думай нас победить. Мы сильнее, чем ты. Тяжело. Хата прям в центре, возле площади. Прям вообще нахуй, в центре ты охуел. Сука, блять, почти нахуй. Да ну хуя, ты за кого болеешь, блядь? Да, мне кажется, тут самому. Ну у них печень осталась.
Пизда. Казик бабки не вывел, нет. Они стреляют. Этот стакан бедный, блядь, уже все углы обсмоктал. Ну что, сука, выпаны, блядь. Мы не носим нахуй. Печень идет нахуй, блядь. А кто попал? Мы не носим нахуй. Жека. Мы не носим мужские штаны. У нас только, блядь, широкие. Зауженные штаны. Егор, похуй. Поздравить чемпионов сейчас. Да поебать. Я хочу отыграться. Давайте добавим еще. Я требую реванш. Не знаю, что они там хотят добавлять. Счет на табло, судья это зафиксировал. Все, блядь, это победа. Поаплодируем ребятам в левом углу ринга. Повезло. А пудинга нет? Что там говорили? Хрен. Ложка хрена, точно. Ну что, может, попробуем похавать печень? Ложка хрена, бакула ел. Не, я имею в виду вообще, в принципе, за лайки так посидеть и потом в казик покрутить. Ну и проебали, очевидно. У них остался один. Одно задание, и это самая смерть, это печень. Кто хочет попробовать печень вообще? Женя. Спасибо, я уже пробовал. Да, я не могу даже... Ты помни, блядь, так возьми нож и ножом накладывай на ложку. Да, Олегу, я думаю, можно дать. Что помнить мне? Вот. А, Олежа. Кушай. Что ты помни, друг? Я победил. Что, кто-нибудь хочет хавать перец? Ой, не перец, а печень. Что было? Спасибо, я не буду. 300. Ты с кого 300 будет? Никто не поддержит меня? Тебе похуй? Ай, чудо лицо. Короче, никто печень не хочет, да, пробовать? Кто? Товарищ судья. Да, Танюша, что Егор? Я подержу пока печень. Вы можете... Мелкий свинопас, я тебе сейчас, блядь, опять мут на 300 секунд дам. Не еби голову нахуй, сука ебаная. Ты, блядь, улетишь нахуй, 300 секунд будешь, блядь, свой язык в жопе держать. Не, мы уступаем в дом. Давай, женячий. Дай мне водички, пожалуйста. Можно мне воды, но не колы? Я изжоги не хочу. Давай фанту вот. Ну, фанту придется, да? Илья Трышкин, да, тебе тоже привет. Все мы тут фрики, на самом деле. Чата, кто за нас болел, бакулы? Реально, напишите плюс. Санёк, я надеюсь, ты не подведёшь. Я буду контролировать. Олежа, у тебя уже модерка есть. Саша Тарасевич, по идее, подожди, у тебя уже тоже должна быть. Да не за что, мужик, это Миша, спасибо, говори. Ну, все, давай. Погнал. Погнал, блядь. Ребята, я выпью этот стакан последний. Пивка. Все, только давайте на сегодня больше не будем модерки просить. Олег. И вот что там осталось. Печень. А вы не Сеня. Блядь. Напиши кому-нибудь нам в личку. Вам надо в Москву. Да мы знаем, что надо в Москву, мужик. Москву пока, пока не готовы по учебе в Москву. Хорошо. Спасибо за это. Воды дайте, блядь. Я знаю. Может, разоблачение на судью? Ну что, погнали. Спасибо за 300 лайков. Это за вас. Я подкручивал шарик. Да. Дул. Тебе же не было видно такого? Да. Дул, мешал. В этом роде. Ну что, погнали? Белорус, если бы не твоя заставка, я бы подумал так. Я эту последнюю. Хуй знает. Все, давай мы с Женей пока попробуем. Ходили тут, били, а ну просто. Жек, неси сразу ведро, там есть второе. Ты думаешь? Ты что, ебанутый, не нахуй надо. Ну на лайки. Накидай лайкосиков за эту дичь. Да, я подвинусь, я не хочу это видеть. Ходи мы, Женя, будем на шторе сидеть. Ходи. Бля, может, ты вылил бы хотя бы. Ну иди, иди помой, в толчок слей, реально. Я просто не могу, я второй раз струганулся этой хуйне.
Да все учатся на вышку. Реванш? Я имею в виду все, это Рахов, Саня. Что именно? И Миша. Что именно? Ты про что? Ой. Да про учебу, просто так в общем говорю, без конкретики. Барановичи. Да, мы сейчас Миша попробуем печень. Да. В смысле, вы попробуете. Ты хочешь? Не хочу. Честно, я не хочу. Ты расстроен? Да, я выиграть хотел. Я не люблю проигрывать, мне это не почему нравится. Почему так быстро, сука, Жек? Что за хуйня, блядь? Я не рад этой хуйне. Потому что она умеет попадать, пацаны. Нахуя. С первого раза. Не, мы заслужили. Мы их сначала ебали. Окей, они отыгрались. Саня учится. Проебывали. Хочу лимон пить. Так, оренбургским пацанам, Данилу и Паше передаем хуйня? Привет. Что за про Оренбург, зная, что у вас есть дворец Олимпийский, там это какой-то театр, и что? Дворец спорта, это Ледовый дворец Олимпийский. Иди нахуй со своей вонючей хуйней, иди. На. Какая мраз мыла доски? Так отходи, отходи, мы будем сейчас делать. А, блядь. Фу, блядь, делайте, я не хочу это видеть. Попробуем, да? По поводу Оренбурга у меня у кореша была зашла история. Нет, давай вдвоем нахуй. Я не хочу водить. Как раз таки с вот этими Ледовым дворцом Олимпийским. Оренбург? Я в Люксембурге жил вместе с ним. Нет, Оренбург, Оренбург. Оренбург это Россия. Я не знаю. У меня товарищ там играл в хоккей в команде. И получилось так, что он вызвал такси, опоздал на тренировку. И просто на юбилейный. И его чувак отвез на какой-то там дворец культуры юбилейный, а ему надо было в Ледовый дворец юбилейный. И таксист по итогу, блядь, с сломом ебаным вышел на там 14-15-летних пацанов и сказал, что если они не оплатят, они им ебало разобьют этой хуйней. Так что Оренбург, это, мне кажется, это жесткий регион, реально жесткий. Чего ты отрываешь? А мне одному кажется, что это изи хуйня. Давай вместе. Не, вышка вообще, я считаю, что... Погнали с нами. Может, мне кажется, брат. Так давай, чтобы не казалось, попробуем вместе. Бля, идите нахуй, я пойду куда-нибудь. Пойду. Это жестче, чем с рыбой целоваться. Я не знаю. Ясен хуй, блядь. Ну, конечно, рыба это хуйня. С рыбой целоваться, это, ты же не хаваешь, не повезло в твоей жизни. Ну. Все, погнали. Может, а лимон вкусит? Попробуем. Ладно. Поддержите, напишите что-нибудь, блядь, да, в чате. Да, типа, давайте, пацаны, типа. О, чувак. Жек уже откусил первый. Не, Рахов заебашит, кажется, ему похуй, да? Но... Смотри, у него эмоций даже нет, он просто ест. Это курица, но вкусная курица, она всегда вкусная. Я проглотил. Ну просто представь курицу, которая охуенно заткни приготовлена. Охуенно приготовлена. Заткни ебало, возьми. Ты дал, я говорю, наоборот, охуенно приготовлена, жарена. Как я блеваду, я блеваду. Блядь, сюда, пиздец, невкусно. Вы что, это съели? Бля, я же не хочу вам скилл показывать. Блядь! Чувак, я блевану. А если вдвоем будем блевать, вы как поделим? Два ублюдка, блядь. Вы блевать будете в это ведро до талого, нахуй. Самое главное, не забывайте о печёночных глистах. Нет, это невозможно. Вкус пиздец, да? Ну я не знаю, это только если проглотить и сразу потеплевать, да? Налить воды, пожалуйста. Да, налей воды. Это ж пиздец, я не понимаю, что это такое. Откройте окно, блядь, тут воняет пиздой, нахуй. Фу! Чей, Саня? Ты ебучий. Ну это невозможно, где? На очень. Мы съедим, как думаешь? Колобочки лопки, скажу тебе. Чекай пока пароли там. Что какие пароли? Казик. Не, съесть вообще можно, но хуёво было. А где мама вина? Я не понимаю, что это за коричневая хуйня. Слава богу. Ты чё, ёбнутая, что ли? Выкиньте её. А где мой телефон вообще, за? Что, банали? Чокнемся? Давай так. Не, я блеванул. Вы чё, блядь, вам? Дайте что-нибудь, может, кастрюлю? А, нахуй, фу, ебать! Егор, набери мне! Закрой рот, блядь, они не едят! Егор, набери мне. А? Набери мне на телефон. Ладно, всё, давай на мужика. Блядь! Что за
Может, ты его увидишь в ванну? Сейчас, Аня, я звоню. Ему нравится. Нахуй, фу, блядь. Раховый. Ты, блядь, животное, нахуй. Ты это проглотишь, ты блеванешь. Ага! Вот она подходит. А ты всю засунул сразу? Я понял. Знаю, где телефон? Я бы уже съел и забыла. Ждем тебя здесь. Я даже не могу. Фу, блядь, никогда в жизни не повторяйте это, мы каскадеры ебаные! Хватай за его! Я придумал вам забавную идею сыграть игру Героя 3. Всё. Всё? Это Unreal? Ты всё выплюнул? Как? Смотри, смотри на него, смотри на него, смотри на него. Брат, лезь, нахуй. Я не буду его вот так, пизду нахуй. Unreal? Бля, она горькая. Такая, что пиздец. На, дайте ведро. Дайте ведро, мне плохо нахуй. Пизду это, блядь. Невозможно? Бля, что за прикуси? Может, соли надо там сыпать туда уже? Невозможно? Брат, не держи, как я во рту. Но все хуже, блядь, как будто. Ладно, погнали. Фу, блядь. Давай, ляп! Ой. Как кот, знаешь, подавил. Нет, я подожди. Я думал, как проглотить. Половину. Оп, и в себя, понял? Я не могу, она сидит просто. Ну, по кусочкам, думаю, реально возможно. Ну, как я, ебанул, не делайте так никогда. С Мазиком кайфовал, нахуй, блядь. Да. Не хватает какого-то вкуса для этого хуйни. Это реально горькая какая-то. Да, да, спасибо. Давайте поделим раз на лайк. Ну, спасибо, блядь. Тут уже Миху надо. Кто? Миша. Я тоже нажимал, брат. Как же проглотить эту сучку? Ну, походу схему выработал. Мелко, мелко, пережевывает. Сейчас работает. Хорош, брат, пошло. Нет, брат. Вот это хуйня улыбка. Все закончилось. Ты стань. Не верю. Горим, то есть. О, это ужасно, ужасно было. Прикол в том, что... Ну нахуй, вы мерзотные, вы ёбки нахуй. Прикол в том, что типа, когда держишь во рту, она вот все больше воняет. Как будто, знаешь, его гниет там, да? Да заткнись ты, сука. Ну, главное, чтобы мы выглядели баку, да, баку? А нахуя вы ее из ведра не выпили? Мы просто, ну, показали, что, ну, мы даже это смогли бы выполнить, если бы старались. Да? Ну, то, что вот эти детишки. Это разъеб. Мы с кого не выскочили, мы просто... Ну, конечно, не в одну калитку, но разъеб, дай боже. No. Не, мы просто, когда вот они отыгрались, дали им почувствовать этот вкус. Фу, это вонючая победа, хуета, вы не понюхали, понюхали так. Заткнись, сука. Там не был. Вот тебе не просто было. Повезло. Везение. Это везение ебаное. Это нихуя. Можно всегда так судить. Везение, везение. Это, кстати, печень зебры. Ой, да, реально. Ну, пришли попробовать. Я просто никогда не пробовал. Хотел попробовать. Бакулера, дайте им реванш. Ну, посмотрим. Не, ну как думаем, как вообще, что как они себя вести, там будут на реванш. Короче, что могу сказать, если бы была прям жесткая... Крест есть можно, но тут надо подготовиться. Короче, если... Не, если бы был жесткий соревновательный дух, вот этот вот, знаете, когда там да. Борешься за косарь, за косарь баксов или там... Короче, если бы на соревнования какие-то жесткие, это возможно сделать. Просто по приколу, по фану, это нереально захавать, это какая-то жопа. Самое тяжело это держаться, согласись. Вот вроде думаешь, вот сейчас я сделаю. А вот тут ничего. Так это невозможно захавать. Что ты нашел? Не скинул. Что еще?
А, Кадик. Условия помнишь? Нет. Или перезапустим заказ? Ну, перезапуск. Короче, тогда смотрите, ждите перезапуск. Мы сейчас тут уберемся по фасту. И в 23.30 мы запустим казик. Добро? Или давайте попизди, может, здесь и запустим попозже. Нет, 23.30. Перезапустим, да? Да, да. Короче, все, ждите тогда нас на казике. Мы перезапустим и залетим к вам. Спасибо. Через всем, 15 кто минут. Все. Болел за нас. Спасибо за стрим этот, он был короткий. Бля, хотя он короткий такой, может, давай продлим его? Не, отдельно. Да, ну стрим прошел за 2 часа, быстро. Ух, бля, меня трясет аж. Все, поэтому все, ждем вас на перезапуске. Всем спасибо за этот стрим, спасибо, что поддерживали. До скорых встреч. До скорых встреч.